А что так светло? А что так светло? А ну-ка. Все еще. Блять, вебка, сука, не сохраняет, понимаете? Она не сохраняет настройки, чтоб ты сыром срала и обсиралась. Здорово! Привет! Здравствуйте, здравствуйте. Немо, привет. Black Dragon, Лай, здорово. Famous, хоба. Так, в ту сторону. В ту сторону, если что, надо прятаться от Famous и всех остальных. Так вот, Динар, подписка истекает. Бля, а где была? А где? А! А я не включила. Сломала Боник. Но поняла ультимативно, ультимативно пере это самого избежала пиздеца. Блять, а чё так? Что за дела, правильно? Не светится, безобразие. Посмотрите, поставила новую штучку. Блять, куда? Куда? Новую штучку поставила. И вот здесь штучки лежат, но их не видно вам. И вот здесь, кстати, лежит кошка. Это подушечка для Маси. Это подушечка для Пипс. Хорошо, что вы не видите, насколько они грязные в шерсти. Я тихая? Серьезно? Так, а сейчас? А сейчас стало получше? Короче, я говорила, что я поставила новую штучку. Вот здесь у меня новые штучки, но их не видно. И две подушки для кошек. На одной лежит уже Мася, вторая для Пипс. Вот. Такие дела. Так что теперь кошка... Я, правда, ее закрываю, к сожалению. Вот. Видно будет только Пипс, когда она будет вот здесь, но она что-то как-то... Мася прям там спит-спит, а Пипс что-то не очень хочет. Так, а что по Боньку? А? Think about, как говорится. Think about. И я еще сделала баллы. За баллы канала, заказ фильма за 50к, поэтому я буду выманивать все ваши баллы, чтобы вы не накапливали на игру. О! А видал? А видал, что есть? Это-то-то! Кошек надо переселить. Кошек надо переселить, но, к сожалению, вот сюда они не запрыгнут, вот в эту. И вот в эту они не запрыгнут. Поэтому как-то остается вот только две нижние. Только мне куда-то переселяться, знаешь, это единственный вариант. Вот, Динар, блин, очень сочувствую. Очень сочувствую, что подписка исчезает. Как же ты будешь без нашей вот этой танцующей крысы? Это ж как так-то? Тю, алло. Тю, алло. Ты была нормальная музыка. А, ну музыка у меня просто на максималку стояла, да, поэтому... Классная, позитивная. Я, знаешь, в чем секрет? Я, когда собираюсь на стрим, крашусь, я включаю себе музыку и танцую в процессе. Понимаешь? Ты такой хопа-хопа зарядился. У меня сегодня такой день был. Это вот я сегодня в телегу кидала этот видосик, как опишите своими словами, один сплошной стресс, вот, и вот у меня сегодня такое было, я решила, что, ну, надо же как-то скомпенсировать это, понимаешь, поэтому вот, в телеге заработали анонсы, а в Дискорде, а это потому, что я не включила оповещатор, случайно, мы с Вольтом созванивались, я включила OBS, а мне когда включается OBS, я такая, ну все, все программки включены, нормально, мы чуть-чуть починили, посмотрим, как будет работать. Я не буду специально кричать, мы будем ждать, пока я докричу натурально, знаете, не имитировать же крик, правильно? Вот, я тоже так думаю. Вот. Ленивые жопы. Опа, заказ... Блять, я же не написала, что там обязательно нужен этот самый. Лай, напиши мне какой. Напиши какой. Сейчас я... Report channel points. А ну-ка, манаге. Манаге. Сейчас я чуть переделаю. Так, enter. Да. Require viewer to enter text. Все. А ты мне, Лай, напиши, пожалуйста, что ты заказываешь. А ты мне напиши, пожалуйста, что заказываешь. Там будет куда вписать. А оно, видишь, я забыла. Я забыла. Оно, да. Теперь я поправила, и теперь перед тем, как... Короче, награда не прокнется до тех пор, пока ты не напишешь что. Но ты мне напиши куда-нибудь в личку. Отвали... Так в смысле? Я же включила. Я же не отвалился. Реально отвалился.
Так, сейчас токен хлёпну. Так, коннект, да. Готово, готово. Правильно. Ну, якщо він там буде йти десь 5-8 годин, то я навіть не знаю. А який ти хочеш передивитися, Кір? Для тебе що завгодно. Ось для тебе що завгодно. Що ти побажаєш, то буду робити, розумієш? А потім напишу, хорошо. Ну, перший у нас уже є, видите? Так що ви можете спокійно заказувати, просто тратьте всі свої бали, остров закрив. О-хо-хо! Ебать хорош, ебать хорош. Вот. Короче, ну теперь нам нужно будет минимум по 2 фильма в неделю смотреть, чтобы Айнане. Поняли? Здорово, Дионис, привет. Привет, пирожочек. Спасибо тебе огромное, тебе тоже прекрасного стрима и хорошего просмотра. Я пока решила не делать ограничения на заказы, да, я посмотрю, как пойдет. Если я начну задалбываться, я поставлю ограничения на заказы. Мы посмотрим. Фильм... Я просто не помню, чтобы я смотрела «Остров сокровищ». Кстати, я не буду вам показывать, может, там... Мой плейдейт пришел. Ще поназаказываем. Я буду зберігати цю обіцянку біля серця і ніколи не витрачу. Зберігай, тому що це назавжди. Це обіцянка назавжди, Кір. Для тебе назавжди. Ось, ось так от. Разогрев перед стримом, да, потому что ты, когда танцуешь, пляшешь, вот это вот все, оно у тебя как-то, знаешь, ты прям приходишь в какую-то кондицию такую более веселую. Плюс я еще музычку такую, знаешь, выбираю прям. Поэтому вот, вот. Ну, еще я радуюсь, что можно это... Я каждый раз стримом радуюсь, поэтому я такая, да, стрим, стримотик, ура, 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 счастье, радость, вот это вот все. Иногда я бываю слишком активная, иногда людей это бесит, я прекрасно понимаю. Я обычно, когда прихожу к стримерам, которые такие, знаешь, я иногда подбешиваю, но я еще успокоюсь, буду просто активная. Не over the top. Битрейт. Здравствуй. Привет, Битрейт. Часто здесь бываешь? Привет. Здорово, здорово, Юра, привет. Настроение игривое, конечно. Kinda. Здравствуйте. Вы как раз пришли на распаковочку. Консоль новой. Здорово, здорово, моя сладкая Kinda. Мышеловка, привет. Привет, господи. Здорово, здорово. Прям как мой старый ник, кстати. Практически. Точно так же ничего не понятно. Бляди. Хималь, в смысле, бляди? На стриме, алло. Ебать, ты шо? Отец. Ты глаза-то открой, ты шо спишь? Не поняла. Тоже мне дела. PS5 чи хто? Ну, в принципе, PS5 может вот сюда поместиться. В принципе, может. Так, просто первая деталь пришла. Буду сама собирать. Playdate пришел, да, Famous? Playdate пришел. Playdate пришел. А что за игра такая? API Error? Ой, слушай, да новенькая. У меня тут это... знакомый работает над ней. Вот смотреть будем, кстати. Мы сегодня, кстати, с вами еще посмотрим фильм, снятый по сценарию Лекса. Между прочим, мы с вами посмотрим фильм, снятый по сценарию Лекса, поэтому. Сейчас, секунду. Это в телеге, ой, в этом телеге. Подождите. В Дискорде сломалась оповещалка. Спасибо большое, Химали, спасибо, спасибо. Вот видишь, вот уважаемый человек теперь стал. Раньше был как бы уважаемый, потому что ты у Kinda, а теперь вдвойне уважаемый, понятненько? Не поместится? В смысле, я же сказала, что по деталям заказываю. Слим поместится. Уникальное, знаете, это... Мне раньше всех прислали просто, раньше всех. Бываешь разный, как гонь цунами, как ураган. Ой, спасибо большое, Денис. Люблю комплименты, спасибо вам большое, когда вы их мне делаете. Я обожаю прям, передать не могу. Да, мне пришла новая ревизия, ни у кого еще нет, поэтому будем с вами обозревать. Знаете, как это... Оборзевать, только обозревать. Верден, привет, пирожок. Че, тебе жопу вскрывать? Поворачивайся.
Давай. Избушка на куриных ножках. Ко мне задом, а к лесу передом. Погнали. Перчатки возьму, знаешь, делаю так. И пойдем пенетрировать. Так вот. В Дисе он что-то постоянно так приходит. И понял, здорово, здорово, здорово. Настроение прям супер классное. Так, я сейчас открою эти штучки, потому что сверху и снизу здесь адрес. Адрес, естественно, я палить не буду. Но я просто вскрою вот эту историю. Потому что, видите, она запакована, я еще не вскрывала. Я ждала стрима, понимаете? Я ждала стрима, потому что доколе. Невозможно. Ну да, ссылку на канал-то уф найдут. Дэнди. Ну, практически, мышеловка. Практически. Кусочек, да. Самаленький кусочек. Ува, привет. Привет. Заценили Фантом Либерти? О, блин, мне надо купить. Мы сегодня будем еще без него, потому что мне нужно... Ага, мне зарплата в пятницу приходит. Я, короче, я сейчас тырану немножко денег из собранных, а потом просто верну. Вот, куплю. Но уже на следующий раз, наверное, потому что я сегодня забыла. Я сегодня забыла. Здравствуй. А ну-ка, подожди, хочу посмотреть. Kinda. Здравствуй. Ну, такое приветствие у нас. Здорово, Уба, здорово. Здорово. Kinda, ты проходила основную игру? Или ты впервые начала? Ты проходила основную игру или впервые начала? Так, теперь, значит, Хималия, мало того, что зафоловился, теперь надо ходить на стримы. Понятненько? Теперь на стрим надо ходить. Договорились? Я надеюсь, что договорились. Сейчас, подождите, я содеру этот самый, чтобы... Да, вот так вот. Ты в процессе. Опа, Нека. Так, ну шо, готовы? Как с феписами в районе... В новом районе? Так, а ну-ка, Kinda. Может, сейчас купить? Сразу. Я с геймдевом связана. Я в Ubisoft работаю, тестирую игры. И сейчас я, кстати... У меня новый проект начался, до этого на прошлой неделе я еще тестировала The Settlers, а теперь я на Skull and Bones. Ребята, здравствуйте, привет. Я теперь на Skull and Bones. Так, это у нас Packing Sleep Order, это я убираю. Вот такая PS5 Slim, а ну-ка. У тебя малышка прекраснейшая совершенно, у тебя прекраснейшая малышка. Так. Это мы выкидываем. О. Так, Playdate Sleeping. Здесь написано, как ее, что оно, куда оно, если оно не включается. Погнали, разворачиваем. Готовы? Не можешь подписаться? Так, это все в жопу. Посмотрите, какой. Это упаковка, это кавер. Посмотрите, какая она сладкая. Так, вскрываем. Открывай уже! Сейчас, подожди. Чтоб ничего не поцарапать, знаешь, ничего не это. АПРР, красивая Женя. Ну, я тот еще АПРР. Понимаете ли, знаете ли. Я тот еще оперер. Медленнее открывай. Нужен этот самый. Вот, да, бот поломался. А ты теперь, получается, по второму разу проходишь, да, Kinda? Ну, в следующий раз разработаю. Тей, приятного лурка тебе. Приятного лурка. Опа. Все туда. Готовы? Да, блядь. Готовы? Посмотрите. Здесь чарджер. Желтенький тоже, кстати. Видите? Желтенький. Type-C, USB Type-C. Посмотрите, лапушка какая. Сейчас, подождите, я ничего не читаю. Посмотрите, какая малышка, Эдгард, привет. Посмотрите, какая малышка.
Посмотрите, какая малышка. Боже. Боже. Смотрите, можно ручечку крутить. А? А? Да, это от издателей Firewatch консоль. Посмотрите, какая сладкая малышка. Такая прям, такая. Боже, боже. Блять. Ну, ее надо зарядить, потому что она, скорее всего, прям 100% она выключена. Да, и она говорит, что ее нужно зарядить. Она просит зарядиться. Поэтому я ее сейчас ставлю на зарядку. Так, подождите, я не ставлю на зарядку. Я открываю кавер. Я открываю ковер. No rhythm. Я открываю эту самую. И одна держит другую. Да, и одна держит другую. Фиолетовый и желтым супер круто смотрится, кстати. Они, разве они делали игру про гуся? Блин, какое оно все классно упакованное, какое оно все приятное. Такой чистый, знаете, это кошелек. Playdate. Видите? Playdate. Тут все выемочки под все необходимое. Я так понимаю, что ты его... Смотрите. Короче, примагнитилась нахуй, поняли? Оп. 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 Поняли? Вот такая красота. А теперь мы ставим ее на зарядку и в конце стрима включаем. Во что в нее играть? У нее на сайте есть список игр. Есть, во-первых, там тебе каждый то ли месяц, то ли что выдается по две игры на протяжении какого-то времени. И у тебя есть игры, которые созданы для нее уже там пользователями. Ты их можешь спокойно качать, заливать себе на консоль. По-моему, оно все привязывается к аккаунту на сайте. И ты таким образом на нее себе штуки заливаешь. Вот, нам надо будет разобраться, как это сделать. Боже, какое оно милое. Просто, блядь, посмотрите еще раз. Посмотрите еще раз. Посмотрите. Поняли? Поняли? Я постаралась не тупить. Остановись! Не ешь, подумай! Поставила заряжаться. Warning, говорит, if you have epilepsy. Вы это самое. Приятного лурка всем, кто луркает. Приятного лурка всем, кто луркает. Я сейчас пойду... Такие дела. Ну да, можно покупать и ставить сторонние бесплатные. Каждую неделю... каждую неделю все 24 в первом... Да, да, да. Да. Ой, слишком... Здорово, тепличка. И вот такая вот она. Я так понимаю, что мы заряжаемся. Не знаю, слышно ли вам. Что здесь? Hello, welcome to Playdate. To set up your account, will need to connect to the internet. Давайте это я сделаю потом, потому что я сейчас буду 1500 лет вспоминать пароль от Wi-Fi. Вот. Короче, такие дела. Вот такая милашка-очаровашка. Такая милашка-очаровашка. Я прям... Have fun.
Я прям в дичайшем... Я не могу передать, насколько я в восторге, если честно. Не могу передать, насколько я в восторге. Просто пиздец. А теперь я пойду читать весь чат и все, что вы мне писали, на новость про Skull and Bones и на новость про все остальное. Скажи, пожалуйста, когда уже Skull and Bones будет доступен для нормальных NDA? Не могу рассказать, прости. Прости, Немо, не могу рассказать. Я знаю уже, но я не расскажу. Мне нельзя. Мне нельзя рассказывать. Посмотрите, лапульчик. Лапульчик. You're covered. Так, сейчас я вставлю все, что надо куда-то вставить. Все, что куда-то можно вставить. Я все вставляю. Я все убираю. А, ну она здесь и лежала. Окей. Someone else, здорово. Это Playdate. Это Playdate. Это Playdate. Вот такая маленькая консоль. Примечательная фича которой заключается вот в этой ручке, которую можно крутить, вертеть и наслаждаться всячески. Вот. Такие дела. Вот. Такие дела. Коробка... Нет, ты шо, какое выбрасывать? Так, быстро дочитываю чат. Быстро. Быстро. Вытаскиваю, выбираю почтовую картонную. Между рисованиями для игр. Ага, ну так можно ж фоном включать. Можно ж фоном включать. Тю. Десятки гигов опять качать же. В одной коробке... Пока Playdate, пока глянуть фильм Лекс, и все успеет скачаться. Так, про... Она существует. Она существует, да. Skull and Bones существует, конечно. Тепличка, сладкая моя. Здравствуй, здравствуй. Ubisoft что-то писали, но пока инфы никакой не знаю, может тоже рисовать что-то. О, а ты где работаешь, Кемаля? Так, так. Чевша кибер украинскую, даже цікаво вийшов. Я еще чула, що CD Projekt вже вибачалася перед російською аудиторією за те, що там щось в них в новому, в цьому, в новій локації, щось там в регіоні, в районі, як він там називається, щось там, якісь оскорбительні штуки, це робили не ми. Вони так казали, ніби вони, знаєш, не валідували перед цим, як віддавати в ігру, вони не валідували нічого, ні текст, нічого. Я такий, це не ми, це не ми. Звісно, далі, здалі задньою. Надіюсь, прийшли. Блядь, я очень надіюсь, що на Новий год должен бути какой-то мерч, а я знаю, що буде Новий год. Я надіюсь, що на реліз должен бути мерч. На реліз должен бути мерч, поэтому, ну, все вместе ждем, когда. Все вместе ждем, когда. На Новий год я уже знаю, що нам буде. Сухопутными щурами называть. Позже решил в порыве гнева сейвы стерла и просто фантомку начала. Тю, интересно. Интересно. Здорово, Эдегард, привет. Всем привет. CSGO потянет, конечно, да. Музыка в тему, тема. Скажи. Две сладкие булочки. В дороге проходил карманную зельду, как обычно. Ну так а что делать? А что делать? Штуки на магнитах просто... Я не знаю, она такая милая. Посмотрите просто на эту маленькую квадратную корабульчику. Посмотрите на эту маленькую квадратную корабульчику. М? Ну посмотрите на это. Ну посмотрите, как она... Блядь, вот этот желтый цвет, я просто в восторге. Горчичный. Я просто в восторге. Просто. Чехол реально... Чехол очень полезная штука, потому что я сначала сомневалась, нахера мне чехол. А сейчас я понимаю, что он не нахера, он вполне себе как бы и экран защищает, и все вот эти вот, что она прям супер классная. Чем я подумала, что твоя тренерша дивится трансляцию, на моменте нюхания закричала, чем обманать? Я так на свою тренершу дивлюся сама, знаешь, коли вона там розповідає про своїх мужиків, і я така, блядь, чому вони, а не я? Такі справи. Прийшла достатньо заряжена і хорошо, многих признаков жизни. Но вот тут Smooth Operator. Вот тут есть штучка типа Playdate Speed. Вот как бы тра-та-та. Сделайте вот это, и вот это, вот это. Зарядите. Let it charge for an hour and two. If all else fails, paperclip resetted. То есть у тебя прям идет в коробке штука, которая пишет, типа, что как делать. Someone else, еще раз привет. Еще раз привет. Еще раз привет. Так, бля, кстати, охеренный Толь. Очень понравилось. Я попробовала вот этот, который ты сказал. Я забыла название. Ну, ты понял. Мне нравится, слушай. Причем, что я без сахара, без... Спрузик мой сладкий, здравствуй. Здравствуй, мой сладенький пирожочек. Overheels, привет. Dev 2. Она существует и даже выйдет. Skull and Bones. Ребята, вы что, думаете, я вам что-то скажу? И думаете, что я вам что-то скажу? Я вам ничего не скажу. Мне нельзя...
Мне запрещает говорить NDA, даже не спрашивайте. Крутилка играет какую роль, как если в игре как-то ее запрограммировали, она будет играть. Я знаю, что есть игра, которая имитирует вот эту вот шарманку, и там ты, собственно, крутишь ручечку, по-моему, есть эта штука, или я ее придумала, ты крутишь ручку, и шарманка играет. Вот, они маленькие, более крупные, короче... Мы будем смотреть Anyway, я не знаю, можно ли ее как-то подключить к компу или что-то такое, но мы будем смотреть Anyway, мы посмотрим игры на ней. Old Aggressive of Thieves очень сильно ждал выхода Skull and Bones, увидим... Вы обязательно, в день выхода, вы обязательно у меня увидите стрим игры, прям 100%, 100%. Мы так делали с Far Cry 6, который я тоже тестировала, мы так делали с Settlers, вот, и со Skull and Bones мы тоже так сделаем обязательно. Я больше верить не знаю. Ну, не верь, делай, что хочешь. Но, как бы, факт заключается в том, что она существует. Я же там работаю. Square Soft работаю. Недавно работали над одним AAA. Тут вышел, обосрался, что поделать. Над каким, Хималия? Хобушки-даровушки. Талян. Старфилд. Старфилд же не обосрался. Желтый с фиолетом, скажи, охеренно выглядит. Я прям не знаю, шикарное сочетание. Шикарнейшее сочетание. Та самая ручная... Да, Nuggets. Здорово. Та самая ручная консоль. Вот она. Это она. С коробочкой. Ну, типа, сама она желтенькая, а это... чехол, господи. Фламанго, да-да-да-да. Да. Бля, мне так нравится. Пиздец. Пойду потом на работе всем покажу. На работе всем покажу. На работе, кстати, упустила момент похвастаться, флексануть тем, что у меня 40-90. Считаю, что это лютое упущение мое совершенно. Клузи, думаешь, что ця консоль використовуєте ручку и в роли контроллера, и в роли зарядки? Бля, було б дуже, дуже кайфово, якщо було, знаєш, в роли зарядки, і ти такий тра-та-та-та-та, як динамо-машина насправді. Вона трохи там, знаєш, починає сідати, і ти такий ту-ту-ту-ту-ту-ту, зарядив її трохи. Якщо не скажуть, то її уволять. Ой, Аносіс, я думаю, що там не то, що уволять, там гораздо хуже буде. Может, ты скажешь, если правильно задать вопрос. Не, не скажу. Ребята, даже не спрашивайте меня ничего про Skull and Bones, я вам ничего сказать не могу, помимо той информации, которая уже предоставлена публично, и которую вы и так можете найти в интернете, потому что меня сковывает NDA, мне прилетит очень сильно по шапке, поэтому, сорян, никакой информации про Skull and Bones можете даже не спрашивать. Вы просто знаете тот факт, что она существует, что-то там происходит, потому что меня туда перевели, я там работаю. Но ничего сказать более я вам не могу. Вечером я кузню, кстати, да, я ее понюхала, она просто охеренно пахнет, Толя. Отдельную пробу сделали по USB. О, все, шикарно. Короче, мы с вами где-то на выходных пойдем смотреть игры с Playdate. Да, Толь, будем вместе в кредитах, получается. Skull & Bones должна выйти, там же столько бабок влито. Инвесторы тупо сожрут разрабов. Там бабок влито ебейшее количество, поэтому да. Можно ли назвать это игрой? Знаешь, что можно назвать игрой? Вскрывание твоей жопы моей рукой. В рифму, видал, как? Сорок девяносто. А ты что думаешь? Ты думаешь? Ну, у меня же 40-90 стоит. Фиолетовый вызывает ассоциации. Кстати, реально, да, фиолетовая ассоциация с Милкой вызывает. Настроение отвратительное, посижу, пока не отвалится. Пока настроение отвратительное не отвалится, я надеюсь, оно у тебя... Настроение отвратительное отвалится очень быстро, очень надеюсь. Спрутик, вот кладу тебя рядом с Масей. Вот тут, если что, кто не видел, я кошкам подушки положила, и Мася теперь там спит. Пипс не очень хочет на подушку, она лежит у меня сейчас на ногах, но Мася, вон, прекрасно себя чувствует, если что. Starfield не как игра для 23-го, дикий ужас, за такие деньги выпускать, рисовал много для них. Ага, нихуя себе, интересно. Слушай, надо будет посмотреть, интересно посмотреть, а где-то есть твои работы посмотреть? Потому что мне бы, я люблю такое смотреть. Очень много слов смотреть. Сколько я раз сказала слово смотреть? Ком два раза горел. А что происходило с компом? Ну, пока что две, да. Пока что две, но можно же еще сторонние поставить. Тестируй скрывание жоп, ты же умеешь. Я умею. Но ты же понимаешь, что один раз вскрою, нужна будет другая жопа, Верден. Такие дела. Майки Близы спокойно сливали игры, начинали разработку заново. Что ты имеешь в виду под сливали? Главное, что игра выйдет, Вик ручается, не будем провоцировать на слив, имейте терпение все в свое время. Спасибо, Денис, спасибо. Так соскучился, на эфир не попадаю, в записях смотрю. Так а что ты теперь на скал? Да. Распаковываем. Мы распаковали маленькую консоль новую, которая называется Playdate. Вот, ее название.
называется Playdate. Ее особенность в том, что она, во-первых, маленькая, во-вторых, желтенькая, в-третьих, у нее есть ручка, которая крутится и которая используется в некоторых играх. Вот. На выходных мы пойдем смотреть игры с этой консоли, я ее подключу. У нее есть приложение, которое выводит игры, ну, изображение с нее выводит. Она черно-белая, кстати, вот такая милая, очаровательная маленькая игрулючка. Игрушечка, вот, лежит, заряжается. Заряжу, поставлю куда-то сюда. А, вот здесь, кстати, Vita. Блять, как? Vita. Бля, в какую сторону? Как? Vita 3DS, вот. Вот. Вот, да, и стеллаж. Мы в стеллаж, кстати, в Дискорде собирали. Приходите в Дискорд. В телеге у нас, кстати, тоже приходите в телегу. Там много всякого разного. Вот, а еще я сейчас напомню вам про аукцион. Про аукцион. Любишь смотреть с другими? Я как Киклол, да, я немножко это, знаешь ли, привстает у меня. Теперь подставку в октябре должна закончиться перед заказами. И может... О, хорош. А кинешь мне в личку, пожалуйста, Благодрэгон? Дрэйчи подорвала пульта для FP. О, сижу в симуляторе, еще можешь сказать, so far нихуя на легко. А в Номане сдается так, знаешь, ты по тебе кажешь, ой, там дрон, тра-та-та, думаешь, ну что там той дрон, да? Взял пульт, а погнал. Хуй там, ебать. Хуй там. Могу в ТГ скинуть, я на аутсорсе, у меня есть некоторые идеи, как у тебя, потому что если по-тихому сказать. Напиши мне в личку, как тебя найти, я тебе отпишусь после стрима. А я зашью. Но понимаешь, что это уже не по дизайну будет, Верден? По дизайну тестировать надо не вскрытую изначально жопу. Зашитая жопа — это уже как бы костыли. Первый раз из-за скачка напряжения БПшник бахнул. Второй раз тупо кабель питания поплавился. Вот, блядь, вот это жесть. Прохождение с нуля. Почти пон. Прохождение с полного нуля. DLC я докуплю, ну, где-то докуплю на днях. И мы там в следующий раз мы уже с DLC пойдем. С нуля. С нуля. Не только дополнение. Как успехи? Ну, ты же первую знаешь, когда я приду, спрут. Ну, ты же первую знаешь. На геймбой похоже. Маленькая такая, да, тоже. Жесткий геймер. Ну, я так это самое, знаешь, как геймер, и то и вот это вот самое. Блин, сделали ММО Титан, слили ее из тех кусков Титана, они сделали Overwatch, Майки, например, Fable. Ну, я не помню, чтобы Ubisoft такие вещи делали. Может, я ошибаюсь, может, я могу чего-то не знать. Мне кажется, они так не делали. Там никого предзаказано. Посмотреть. А, чтоб я на стриме открыла, и такая, о, а ну-ка, открываю на стриме. О, ебать, нихуя, реально, о! Бля, ебать, она какая-то Бимо из Adventure Times будет. Она будет как Бимо из Adventure Times, прикиньте. Реально прикольная. Пульт запрограммировать на подсветку. Мне нужно на подсветку запрограммировать, у меня есть пультик. Я могу поменять, ну, мне нравится, что оно разноцветное, но я могу выбрать любой цвет. И оставить, вот. Плюс мне нужно, у меня есть лента, мне ее нужно прилепить, но мне нужно докупить еще 3 ленты, чтобы свою удлинить и чтобы полностью сделать змеечку такую. Вот. Что поделать, если... Веди друзей, в смысле. Веди друзей. Че, біля 30 годин треба, щоб більш-менш вміти? Просто давно не відчувався таким криворуком. Нічого. З практикою. Practice makes perfect, як то кажуть, знаешь, і... Очень оригинальное, что сделаем в этом доке, положим, да-да-да, положим туда ручку. Не забудь заполучить в игре Ваньку-встаньку, надеюсь, да, я видела, мне показали Ваньку-встаньку. Обязательно будет Ванька-встанька, обязательнейше. Так, ну что мы с вами? Что мы с вами? Идем играть? Идем играть. Погнали. А то шо мы вот это с вами, как не родные. Playdate мы посмотрели. Я еще отдельным пунктом напоминаю. Во-первых, я еще раз напоминаю о том, что у нас появился заказ фильмов за баллы канала. Можете заказывать фильмы за баллы канала. Это во-первых. Во-вторых, я закрыла предыдущий сбор, и теперь мы собираем... крысам на домике. Поэтому, если вы хотите, чтобы моим крысам было где жить, если вы хотите помочь мне купить квартирам крысам, квартиру крысам, я буду только благодарна. Вот, я буду только благодарна. В-третьих, у нас с октября
начнется игровой аукцион, в рамках которого, когда вы кидаете любые донаты, вы можете вписывать название игры, в том числе. Из вот этих игр, которые будут указаны в донатах, я составлю список. Мы посмотрим 31 октября, какая игра будет на первом месте, у какой будет больше донатов, сумма донатов больше, за какую будет больше денег вкинуто. И мы ее пойдем играть в ноябре. Поэтому такие дела. Вот. А еще 31 октября мы посмотрим топ-донатера, и топ-донатер тоже сможет заказать игру. Такие дела. Но это с 1 октября. Поэтому будем как бы там вот это вот... Чё? А игра выйдет погулять? Или нет? А игру выпустят? А игра знаете, что делает? А игра обновляется. Поняли? Такие справы. Вот. А как у вас день? А чё вы? А чё вы делали? А как вы работали? А вы работали сегодня? А как у вас дела? Расскажите. Хочу всё знать. Нам ещё 5 минут, обновляется игра. Хочу всё знать про вас. У меня-то ничего интересного толком. Понимаете? У меня толком ничего интересного. Вот. У меня всё как обычно. Единственное интересное заключается в том, что я сегодня буду очень стараться лечь не очень поздно, потому что меня так отрубило вчера. Я поспала вчера 3 часа, сходила на тренировку, поработала, голова была вот такенная. В итоге, короче, я пришла домой, я освободилась с работы, до 17:30 теперь работаю, поэтому преимущественно стримы будут на самом деле в 6 начинаться, прям плюс-минус ровно, сегодня позже, потому что мы с Лексом, мы с Вольтом чинили микрофон, чтобы не резали, крики не резались. Вот, вроде починили, посмотрим в действии, в полевых условиях. Поэтому сегодня чуть позже. Но вообще, там я за полчасика отдохну. И это. Я в удаленно. Офис у нас пока что... пока не готов. Вот. Сейчас, секунду. Подождите. И кошка пошла спать. На диване. А не на подушечке. Ужасно. 40-90, да. Работаю до сих пор, работодатель выдал сумму на обустройство своего рабочего места, заказал железо, новый комп, сижу, слушаю себя. О, нихера себе. Слушай, это прикольно. Это прям классно. Вот это классно, когда так делают. Минута. Весь день работал. Питон, до скольки у тебя рабочий день, муж? А что за непотребство, я не поняла. Они крутые, если нужно на Маке подключать всякие FTP, S3 и прочие дропбоксы с Google Drive, у них есть файловый менеджер, хороший, Transmit. В первую очередь с ним ассоциация. Так, а Пенник, пожди. А ну-ка, Пенник это что, кто? До беда продрых, дела делал по дому, фильм. А что за фильм, расскажи. Нафи Хэллоу 65? Я пошла гуглить, что это, потому что я просто не ебу. А еще знаете что? Из-за того, что у меня теперь обед немножечко сбитый, сдвинутый. О, нихера себе. А как она звучит? Боже, какая она прикольная. Боже, она как игрушечная. Это пипец. Очень красивая. А, это те, которые Playdate. Желтенькая гора. Да не было там названия. Не было. Я сегодня проспала. Ты начал в 12. Все понятно, муж. Жена не разбудила, да, получается. Что ж. 3000... Ой, как тебе? Как впечатление от фильма? Night Maxis. Night Maxis, смотри, чё. Оп.
Смотри, что есть. Смотри, что есть. А? А может, жена ночью... Так, не поняла. У тебя что, есть другая жена, помимо меня? Что, я ночью спала? Я не поняла сейчас. То есть мне нельзя. А муж такой, хоп, у меня там жена спать не давала. Что за жена? Не поняла. Что за двоеженство? А? Безобразие. Прокололся. А вот и прокололся, кстати. А вот и прокололся. Угу. Вот, короче, у меня завтра тренировка. Угадайте, в какое время? Угадайте, в какое время? Угадайте, в какое время? Если он намекает на то, что я храплю, то это ему не поможет. Во сне приходит. Ладно, все хорошо. Если так, то ладно. Окей. Если во сне, то хорошо. То хорошо. Хороший, приятный. Такая себе сказка в современной обертке. Не ожидаешь такого отрежённого. Это он прям очень ультимативно, я так понимаю, сменил. 18 вечера. Можешь единичку убрать. И будет нужное это... нужное время будет, если убрать единичку, Денис. Сейчас будет вот так вот. Можно убрать единичку, и будет то, что надо. Прикинь. 8 утра, короче, у меня тренировка завтра. 8 утра, короче, у меня тренировка. Все лишь бы не делать сиквела. Так а зачем? Все, понимаешь. Так, Phantom Liberty мы купим потом, чуть позже, в настройках. Отключайте конструкцию, применить, включить, обратно применить. Мало ли. Так, реконструкция лучей, выключить, применить, включить, применить. Все? Все. Все. Так, вот теперь у нас ультимативный опыт на 4090. Мне нравится вот эта патч 2.0. У нас теперь ультимативный опыт на 4090, потому что у меня обновленные дрова, у нас все работает. Поздняя ночь, спасибо. Мы с самого начала начали. Да, это самое начало. Это самое начало. У нас вот был один стрим. Вот моя кибер-АК, на которой мы, собственно, поехали. На которой мы поехали. Но по идее... Ну, слушай, по идее не должно было. По идее не должно. Я уже один раз играла киберпанк. Машины гораздо лучше начали ехать. Я вам отвечаю. Машины гораздо лучше начали ехать, потому что их раньше носило, пиздец. Ты, блядь, учишь дорогу? Ты водить умеешь? Понакупают, блядь, прав. Короче, я один раз начинала игру. Мне ее заказывали как раз-таки за 300к. Мы поиграли 5 стримов. Поиграли ровно 20 часов примерно. И закончили на моменте обретения Ваньки-встаньки. Но в этом нашем прохождении, скорее всего, никакого Ваньки-встаньки не будет, потому что я уже к Жиночке не приехала, она на меня обиделась. Понимаете? Ты купил? О, все, хорошо. А ты много уже прошел, Нека? Хотел спросить, в каком часовом поясе живет Ви? Ибо частенько указанное время гуляет. Я путешествую. Я путешествую с часового пояса в часовой пояс, спрут. Сегодня пребываю в шоке, узнав, что дедалики делают игру... Да. Дедалики делают игру «Выживач» по вселенной этого... Господи, скажите мне. Депония. Да, «Выживач» по Депонии. Я когда увидела, когда они начали показывать... Мы презентацию смотрели. И когда начали показывать трейлер, я такая, бля, ничего себе, новая игра по Депонии, классно. А потом это оказался «Выживач», и я такая... Okay, понятно. Uncle Gon... Всем, кто подходит, я всем, блядь, показывать буду. Мне пришла новая консоль, которая называется Playdate. Она вот такая милая, маленькая. Ее особенность заключается в том, что у нее есть вот такая аналоговая ручка. Вот. И на выходных мы пойдем смотреть первые две игры, которые есть на этой консоли. Вот. Но помимо официальных игр, есть еще игры неофициальные, платные, которые делал кто-то другой. Но вот как бы да. Вот такая милая... Милая штучка. Вот. Вот. Привет, Анкологон. Вот такая очаровательность. Оп. Оп. Гамалов, киберпунк. Да, у меня есть заказ игр за 300к. Мне один раз заказали ее. Однажды. Однажды ее заказали. Но я играла через год после релиза. Поиграла 20 часов.
мне не понравилось, потому что огромное количество багов было неприятных, и мелких, и не особо мелких, мне не понравилось. Вот. И сейчас я решила вернуться, но начать сначала, потому что, естественно, за там два прошедших года я уже вообще ничего не помню. Поэтому вот. А там Е-инк экран... Слушай, ты такое спрашиваешь, я тебе не скажу, Nightmaxis. Прости. Ты такие вещи спрашиваешь. Зачем педалька? А, ручечка, она там используется в некоторых играх. Да, да, да. Я же говорю, вот сейчас мы вот этот кусочек, мы стрим прошлый поиграли, и игра ощущается мне интересно, потому что я в прошлый раз начинала и не могла понять, что вообще я делаю, нахера мне эта игра и что тут происходит. А сейчас я начала, мне интересно уже, понимаешь? И вот сейчас она такая, какой она должна была выйти на релизе. Понимаешь? Очень много понимаешь. Сколько раз я сказала, понимаешь? Жалко, тут пибикнуть нельзя, кстати. Полиция, интересно. Жалко, пибикнуть нельзя. Я промазала. Ай, моя киберака. Так, поехали. Поехали-приехали. Спустя 3 года доделали, да. Спустя 3 года доделали игру, понимаешь? Классно, когда почти инди-компания может позволить заказать кабеля в цвет. В компании с оценкой в 2 триллиона для своих устройств, которые продаются сотнями, не может пибикать можно? А как? Окей. Дароу. Мы играем с субтитрами, но озвучка оригинальная, потому что русская мне не нравится. Слишком... Она слишком... Слишком. На Ctrl, а сейчас... А еще, я еще вернусь, привет. Ты меня обманываешь? Not a sales pitch. It's шельма, a warning. Шельма. I'll give you one word. Bespoke. Посмотрите, он на пятках сидит. А ну кто умеет вот так на пятках сидеть? Адо, го. Кто умеет вот так на пятках сидеть? А ну-ка. Плюсики в чат, давайте. Severe penalties for any unauthorized recording. No drugs, no groping. Someone catch your eye, you do not grab them. You find them in the catalog, ask for a BD and get yourself a box. Такая игра должна была быть на релизе. Да, так, она должна была быть такой на релизе. И вот сейчас я рада, что наконец-то. Doors open. Что прошел DLC, качается, только основной пролог прошел. А, вот, я про в основной хотела спросить, сколько ты прошел в основной. Сейв с фулл-прохождением, если оно нужно будет. А, ну там вроде не нужно для DLC, не нужно, потому что оно там идет параллельно с основной. Заебись. Оно идет параллельно с сюжетом основным. Надеюсь, что в этом выживаче будет хоть какие-то связи с основной серией. Да, хотелось бы, но они, конечно, пипец. Причем, что я всю серию Дипони не играла, я Думсдэй не играла. Думсдэй — это 4-я игра или 3-я, напомните? Джонни больше именно в Ру нравится. Так, Анкологон не умеет, Верден не умеет, Лай не умеет, Наггетс умеет, Питон умеет, Нек не умеет. Я тоже умею, кстати. Четвёрременные рамки, там обязаны быть чмор... На пятках нормально могут сидеть только девушки, у вас другой центр тяжести. Пацаны не могут сесть на пивом, что хуй мешает. Яйца перевешивают или что? Смотри, вон наггетсы питон умеют. Это зависит на самом деле от растяженного ахилла. От связок растянутых. Приехал журнальный столик и ведро, а по бойлеру перезвонили, сказали, к сожалению, такой модели нет, давайте отправим на Вей за ту же сумму, а стеллаж 7.9. 7.9? А, ну да. А, они тебе стеллаж сказали, а, ты в розетке заказал, все хорошо. Потому что я, когда стеллаж заказывала, мне позвонили, сказали, к сожалению, можно будет, может быть, будет необходимость подождать там неделю-две, потому что у нас его на складе нет, мы его только заказали, они могут прислать со склада там через неделю-полторы. Вот. А потом на следующий день мне звонят, говорят, ну мы, короче, отправляем. Он нам пришел раньше, чем мы рассчитывали. Спасибо, что согласились подождать. Но как бы вот вам накладная. Стеллаж поехал. Не более 63 тысяч. На 1005 покупатели еще ждут где-то. Поняли? Поняли? 63 тысячи по этому самому. Ага. Думсдэй 4. Ну вот я, значит, 3 не играла и 4 не играла. Депонию. Майки-инвесторы давили на редов, чтобы выпустили ее. А, да, да. И это проблема, конечно. И это проблема, конечно. Недостаточно гибкие, чтобы так сесть. Ой, все понятно, отмазки. Так они девушки. Не так удобно. Не ре... Ну вот да, да. Вообще гибкий малый. Чисто такой, фуф, знаешь. Бедро аномально длинное. Физически не могу сидеть, будь ахилл. Нихера себе. Интересно, никогда такое не видела.
Короче, учитывая трейлер, игра сюжетно будет между финалом третьей и вступлением... А, я поняла. Потому что я не играла в... В третью, в Doomsday я не играла. Поэтому... Так, напоминаю наши правила киберпанка. Мы минимально отвлекаемся на побочки. Максимально фокусируемся на сюжете. Вот. Я проходила первую, вторую, а что-то дальше никак, знаешь. So, curious. The name Lizzie's. That the owner? Not for a long while, no. And it's none too sweet a story. Oh, now I'm just flat interested. Real Lizzie ran a strip joint out of this place back in the day. Lizzie's Bar. Girls were paid right, insured, even had decent security. Good spot, all in all. Чёрт, кстати, не помню, у меня есть... Так, а ну-ка, no, старые добрые. Stories of the golden days. Не помню, есть ли у меня, не помню, вся. У меня, по-моему, есть первые три в едином вот этом, как оно там называется, вы поняли, а Doomsday, по-моему, нету. Tiger Claws shut up Lizzie. Tiger beat one of Lizzie's girls real bad once. No hesitation, Lizzie blasted the guy's balls off. Все правильно сделала, кстати. Dane came back the next day. Liz was done. Tigers gave this place up to the Mox in the end, though, didn't they? Это был не газ, нас фосфором закидывало. Ебать, как ты сейчас себя чувствуешь, Фрут, после этого? Чуть отошло, надеюсь. Кстати, напоминаю, что тут вот кошка, смотрите. Кошка лежит, я им положила эти самые... Еще я looking for Evelyn Parker. Know if she's here? Who's asking? Подушечки положила. Блять, мне прокачаться надо. Name's V. She and I мне прокачаться надо. Тю. Well, V, it's a pleasure. I'm Mateo. Что сделаем? Я забыла простроить себе эту штуку, но я не помню, там, по-моему, можно скидывать прокачку и прокачивать заново. Реально классно. Я поставила им подушечки, но одна легла, а вторая что-то не очень хочет. Ой, блин, у нее латексные чулки, прикольно. По-моему, в оригинале здесь была гораздо более неприятная музыка. Она была прям такая, знаете, бластящая. Я стеллаж для кошки, да. Бухнем. А то, что нам дают прибухать, а мы не прибухнем, нет, конечно. Only tequila I drink. How would you know? I like to know everything about the people I work with. Опа. Either that or it was just a lucky guess. Опа. Так, работа. Блять, надо прокачаться. Сейчас закончим диалог, и я прокачаюсь, потому что это невозможно. But not here. Come with me. We'll be in the lounge, Mateo. Anyone asks, we're not here. Так, хочу в туалет сбегать, кстати. So, what can a... Да, в оригинале была музыка совершенно другая, она прям херачила очень сильно. Она прям херачила очень сильно. А это стеллаж для кошки, да. Жалко, что они не помогали мне его собирать, какашки. Отваливается, на... блядь, ну это обида ебаная. О, здравствуйте. Ну шо? Бля, чулки охеренные, латексные. Или это прям сапоги? Это сапоги, походу. Это, походу, сапоги. Я такая. Блядь. Давай к делу. No, you're here to gain some knowledge. The life-changing kind. А, блядь. Well, now you got me all excited. Сука. Your ну просто target. У меня это диалог один, понимаешь? You know Relic, я с ней иду, и это один диалог trinket. У меня. Ну как бы он не закончился. Наслаждайтесь. Охуевший ОС. Я возьму обязательно. До следующего стрима возьму Phantom Liberty. Дороговато. Мы дитя улиц какое. How do my price range? Простите, женщина ушла. Хитачи. Привет, привет, здравствуй. So where's this chip hiding exactly? In a suite on the top floor. The rooms occupied by Yorinobu Arasaka.
Юринобу Арасака. Джекси, здорово. Привет, привет. Don't you read the scream sheets? The media couldn't get enough. А я покажу вам сейчас кое-что. Кто только что подошел, я сейчас покажу кое-что. Anyway, he's heir apparent to the Arasaka Empire. Saburo Arasaka's правее руки surviving son. What? So Arasaka Jr. is planning to grab the reins while in Night City? Держите. Only a handful of people in Night City know what the Arasaka's real plans are. Telling me you're one of them. Пойду пюрешки. Давай, давай, наггетс. Спасибо тебе большое. Так. So we're not jumping the corp. We're jumping Yorinobu Arasaka himself. Yorinobu is a puppet. He lost all his cards years ago. Я прокачалась шикарнейшим, раз закончила дело. Но это просто все один неразрывающийся, неразрываемый диалог. He might just turn the screw and crush them outright if he learns his son's up to no good again. Ты давно? Ты уже видел, получается, консолюшку? Hotel's probably a goddamn fortress by now too. Yorinobu keeps exactly no hustle around. Not one guard. Got rid of them a long time ago. Huh. Why is that? Surely you know what they say about Arasaka Intel. Sneeze in Night City? And a blossom drops from a cherry tree. Всё, тогда тебе не покажу, покажу кому-нибудь другому, Джекс. Yorinobu was convinced his Arasaka security detail reported directly to his father. Покажу кому-нибудь другому. У него, кстати, прическа, как у меня. У нее такой же хвост, как у меня, по-моему. Look, if you've got any spare aces up your sleeve, now's the time to show them. А чё играешь? Чё играл? Now this should make your tits perk up. Yorinobu recently swiped the chip from an Arasaka laboratory. He's made a deal with Netwatch. Aims to sell it to them. Have you spotted my ace yet, or do I need to spell things out? Wait, neutral Netwatch is mixed up in this? Netwatch provides net security for all corporations. Что ты как-то? And collects Eddie's millions for it. Я теперь не сижу в этом. In this day and age, everyone's in the game. У меня тут кошка есть. Can afford to be a saint. To win, one has to go all in. На буквально подушке. Оп. А смотри, что еще мне пришло. Ой, сейчас всем буду показывать. Пиздец, охуеете, всем буду показывать. Смотрите, мне пришел Playdate. Маленькая консолюшка. Завали ебало. С ручкой. На выходных пойдем смотреть первые две игры. По идее, не должно быть. Вот. Такая штучка. Вот. Супер милая маленькая очаровательная консоль. Вот. Не спрашивай, а я спрашиваю. С ней можно замутить, а с президентом делать. А я все равно спрашиваю. Посмотрите, какая милая. Консоль завали ебало с ручкой. Это как мы как-то играли с ребятами в Overwatch на стриме. И у меня ребята все а я шмерка играю обычная. У меня ребята все попадали. Или там кто-то упал. А мы уже прям, знаете, допушивали финально. А у меня кто-то упал, и я подлетаю, а мёрка реса это. Я, значит, это вот вставай, подъем, подъем, подъем нахуй! Вот. И это Ксарт был, по-моему. Ксарт стоит, говорит, блядь, звучит как прием из рестлинга. Подъем нахуй. Я теперь каждый раз этой хуйни тут, собственно, завали ебало с ручкой, подъем нахуй, поняли? So what's Yorinobu do to walk away with? Unimportant. You focus on the biochip. What could cyberspace's watchers and protectors offer him? Intelligence on his enemies? That doesn't matter in the least, because you'll make sure the transaction never happens, and I get the chip. У меня слишком больная спина для вот этих вот выгибонов. Fine. А хотелось бы красиво. Arasaka security on the device, because Yorinobu whisked it away in secret. Не хватает сцен. Ну, я сделаю. А можешь, пожалуйста, в Discord написать сцену с полной вебкой? Fortnite, блин, Fortnite PvE-шный прикольный же. Чё ты? Я тоже немножко Fortnite играл. Ничего не поняла, если честно. Ничего не поняла. Но форточка прикольная, чё ты? Чё ты думаешь? Я тебя булить буду? Я булить буду только за Доту. Data that's ну, on the CSGO, what is it? Кадайра и Верден. Irrelevant entirely. We're talking about data. Все остальные могут делать, что хотят. Out of Arasaka. What's more, he wants to pass it on to Netwatch. Платный PvE форточка, платная, да? Damn relevant to me. Listen, V. Кадайра. Так ты же знаешь, алло, я тебе рассказывала Black Dragon. Тю. Ты знаешь. Just get the job done. Ты чего, ты забыл, наверное? I'll make sure your bank accounts are sated.
40, ничего себе. Стыдно пожелал. Ну, понятно все. Ну, в принципе, конечно, я могу тебе подыграть и постыдить тебе еще, Джекси. Но... я могу знать... Ну вот, ты забыл. But then Yorinobu vanished to chase his own dreams. Cut himself off. Таким вещам можно повозмущаться и второй раз подряд. Though the black sheep returned, the bitter taste remained. But that's only one side of him. There's another. An intelligent man who has always walked his own path. Ничего, главное, чтобы я не начала стримить Хант, ребята. Вот там все. Там Хавайся будет. Could be another power-hungry corp. Там Хавайся. Уже я сейчас в Хант играю каждый вечер. Часа по три, наверное. Причем, что я поначалу такая, типа, ну, Хант. А потом меня как сосало просто, знаете, как вермишелинку. Стримить Хант? Нет, я не буду стримить Хант. Так, Джекси поняла. Мои глаза. Спрутик. Спасибо. One more thing. Data that's on the irrelevant. We're talking a list. Just. Okay. What's next? Луиза, ну она прям, знаешь, Окта, ну поначалу меня не всасывала, я там, знаешь, ну чуть-чуть поиграла, а потом, когда я прошарила, у меня, правда, им страдает просто пипец, я бешусь от этого ужаснейшим образом. Ну что поделать? Понравилось два сайда, названия их не помню, там фигурировали две фамилии, Эблонский и Паралисы. Рекомендую найти. Я буду ходить на сайды, которые, знаешь, не вот эти, типа, пойди там тех убей, потому что их надо там миллиард штук, пойди там, вот тут ты проходишь мимо какой-то драчки, пойди вот им помоги, или там пойди там что-то такое. Я вот мимо вот этих таких, типа, сайдов массовки я буду проходить мимо. А вот какие-то прикольные, прям, я их буду делать. Фокусироваться на сюжете основном, конечно. Но вот такие интересные я не буду скипать, я буду их делать. А кто еще в Хант играет? А ну-ка. Так, ну Брейн Данс мы помним. Брейн Фарт. Надо найти. Сейчас будем брейнфартить. Сейчас договорим, я прокачаю, я схожу в туалет, потом прокачаюсь. Сам себе наебываю, дроп только груз не становится. Давай, спрутик. Обнимаю крепенько, я всегда мысленно с тобой. Если ивент интересный будет, может быть. Слушай, ну вроде как должен быть интересно. Там единственное, что еще, судя по всему, что-то пытаются с мясником делать. То ли перерабатывать, то ли от него это... А, сладенький мой. Хорошего тебе. Хорошего. Старайся гнать говно из головы. Да-да-да, там скоро ивент. Это будет мой первый осознанный ивент, потому что я до этого... начала играть, когда ивент шел уже. С этими корабликами, помните? Последний прыгнул. In biz or life. Так, погодите, женщина. Hey, there you are. This is V. She's here for that BD role. Привет. And V, this is Judy. Что-то у меня best сломалось. Best brain dance editor I know. Enough already. You're gonna make me barf. Хочу скин пугало. Блин. Hey, Judy. Compiled your BDF. What do you think? Боже. Will it do? Still pretty raw, but yeah, ought to do. Mm-hmm. V needs to get deep inside. That's my... Стоп. Меня не всосало, задушил парень, который туда звал, я пошла, и он начал как в армии учить от этого фан. Ой, когда начинается вот эта вот история с поучаниями такими, знаешь, это вообще ломает весь фан, потому что мы ходили тогда с Лексом и Теплицей, и оно как-то шло, знаешь, более-менее, потому что мы что-то делали, ребята мне просто под руку говорили, ну, под руку в хорошем смысле. Говорили, типа, вот здесь аккуратно, вот тут то, вот тут все пятое-десятое, тут так делай, и оно было как-то нормально. Ну, как бы, ну, просрешь ты что-то, ну и просрешь, господи, это же не соревнования какие-то, знаешь, почему нет? Если там какие-то ошибки будешь делать, да, и там руинить катки.
Ну, камон, вот, поэтому... И вот я прям всосалась, потому что как только ты... Как только тебя оставляют в покое и тихонечко, знаешь, тихонько учат, просто проводя за руку, очень так, знаешь, органично, оно становится весело. И вот сейчас я хожу, бешусь от того, что у меня им всрато, и стараюсь как-то вот более-менее. Ну, мы сейчас все опустились на 3 ММР. Ну, я не уходила с 3 ММР. Но как бы ребята опустились на 3 ММР, теперь будет весело. Потому что на 3 ММР мы, конечно, ебем. Втроем. Если бы вместо убей везде были котики, прикинь, тут пойди погладь, да, раз в год захожу порой на вечер. О, может, и я прям начала, ну, я пипец, конечно, не могу от этого ханта, я поэтому спать поздно ложусь, у меня весь режим сбил. Пиздец. Переключи патрон, занял позицию, расставил ловушки, закинул жука развед, 20 минут сидеть, следить за окошком, пока учил жопа не лопнет, он не совершит ошибку. У нас как-то последние катки, они супер интенсивные, знаешь? Супер интенсивный, у нас не бывает такого, что ты типа сидишь. Мне кажется, что вот сольники, которые могут вставать до 4 раз, они очень сильно пейсинг игры ломают, потому что ты в итоге встречаешь сольника и стоишь над ним. Потому что эта гнида встанет. И ты стоишь, блядь, ждешь. Пока он 4 раза встанет, ты можешь понять, что он там, или он сгорит до конца, или ты, блядь, его ёб, и сидишь вот это вот. Караулишь, блядь. В три дула в него вот это вот. И они же встают, блядь, на том же самом месте. У нас как-то было что-то типа 10 убийств. Причем 4 было у одного сольника, еще 4 у другого. Ну, короче, вы поняли, да, что-то такое было. Короче, вся эта десятка, она была просто настреленная в встающих ребят. Вот. Скинул в часик. Опа, хорошо, Джекси. Повезло с тиммейтами, алдами, которые сами... Вот это классно, потому что, мне кажется, человые алды... Когда у тебя нет этого, типа, ща повыебываюсь тут, как я умею... Бля, чел. Звала ребят, которые, как я играла впервые, они потом отказывались с ним играть. Я так не могла найти ребят в пачку, постоянно был недоволен нашими проигрышами. Ой, ну это ужас. Ну, типа, я понимаю, когда проигрыш начинает бесить, но я обычно бешусь от того, что я херню делаю, знаешь, что, типа, я не смогла там ребят как-то задефать, я не смогла вовремя... Блядь, у нас было очень смешно, вчера у нас была очень смешная катка, потому что к нам пришла пачка из троих, мы типа втроем играем преимущественно, к нам пришла пачка из троих, и они все по лестнице бежали на Лекса, Лекс стоял с дробашом, и они поворачиваясь на Лекса, а я просто из окошка, мимо которого они пробегали, я стояла и такая чпунь, раз, чпунь, два, чпунь, и, короче, я вынесла тройку, просто стоя в окне, пока Лекс с наживкой работал, понимаете? Они в мою сторону вообще не поворачивались. Это было очень смешно. Хант атмосферный, просто вопросы к кор-геймплею в отношении засидок в кустах на полчаса. Засидки в кустах на полчаса — это полный пиздец. Вот. Но я, если честно, не помню, чтобы у нас такое было. Потому что оно скучно становится ужасно, когда такое происходит. Мне скучно становится, ребята начинают скучать. Поэтому как только мы понимаем, что типа нихуя не происходит, мы такие, ну все, короче, кто куда, мы посъебом. Игра классная, музыка, блин, музыка, лор, атмосфера, вот эта мракота, я прям обожаю. Для новичков она не дружелюбная, она реально не дружелюбная, к сожалению. Вот в Техасскую, кстати, не играла, ДБД прикольная, но я тоже ее совершенно не поняла, потому что я играла типа с друзьяшками, знаешь, поэтому если я в катке с рандомами зайду, я буду руинить. А Техасскую я вообще не смотрела. Может, дома двумя реченнями сказати, чому треба грати в хант, замовою того, що, наприклад, є три людини в паті. Двумя реченнями сказати, чому треба грати в хант. По-перше, ця гра про... те, щоб ти був щуром. По-друге, ця гра про те, щоб ти швидко аналізував те, що відбувається навколо тебе. Ось. І воно дуже цікаво, тому що тобі треба розуміти, як працює мозок людини, якось так аналізувати, що проїсходить. Де як наїбати, де як тихонечко, там, тихенько дойти. І вона дуже-дуже орієнтована на те, щоб спілкуватися та щоб в тебе був такий тімплей дуже гарний, щоб у вас коннект був, знаєш. Тому що якщо у вас є коннект, то все, пизда, там розйоб. Дропси на кіберчпоньк, а є дропси, Тупс ассасин, я прям тащился. Пару дней назад был лучший момент в игре на лестнице. Сверху чел спрыгнул на голову, зашел. Бля, зарезал. У нас так Лекс как-то, блядь, просто посидел, к нему чел выбегает, такой, на нахуй в лицо.
Хорошая игра. Давай, давай, я понял, тебе прекраснейшего тоже стримочка. Ритмичность, схавайся, хуярь. А, ритмичность, так, схавайся, хуярь, схавайся, хуярь. Тобі треба бути дуже уважним, та дивитися по сторонах, тому що десь там зліва, ну, у вас це ліва, зліва може йти якась пачка, знаєш, і треба бути, так, дивитись та слухати. Треба дивитись навколо та слухати. І мене ще завлекло те, як ти іменно в команді маєш працювати в команді. Ось. А кусти — это больше для солянного экспириенса, на самом деле, потому что в тройках ты, наоборот, пытаешься либо форсить, там, пушить ребят, еще что-то. Чи можна було якось під VR адаптувати? Ой, слухай. Мені здається, що ні, тому що тобі треба... Хоча, може, якщо б ти там надручився трохи, то може так. Тому що там дуже... треба... Ну, не знаю. Мені здається, що можна, але мені здається, що це було б не дуже комфортно. На релізі були псіни, які в п'ятером влітали і з дві тички вносили ігрока, якщо не вносили, кровоток вішалося. Блядь, псіни, кровоток — це просто пізні. Ненавіжу собак. Ненавіжу собак. Ну, во всех играх собаки пиздят. Слушайте, дропсы можно подключить. Сейчас, погодите, я посмотрю, что по дропсам. Потому что я отдельно не... Я не знала, что дропсы есть. Там шмот падает. Сейчас, подождите. Ой, оказывается, на Party Animals есть какой-то этот... Manage your connections. Но мне не это надо. А как мне настроить именно дропсы? You may have limited time to connect accounts. Learn more about drops. Arasaka about this reward. Но это чтобы я получила эту хуйню. А как мне включить эту хуйню? Кто помнит? Кто помнит, как включать? Дропсы. А, только на DLC. Чи можно было бы якось під VR-то? Ага. Если говорить просто, в Hunt Immersion очень высокий, анимации, звуки, общая атмосфера, неспешность прям отлично дополняет. Дропсы через GOG. ХЗ будет для Steam подсасываться. А, ну и видишь, только на DLC. Так это псин понерфили еще. Представь, что они где-то втрое больше... Блядь, ну это пиздец. Ну, это, ну псины — это пиздец, реально. Если они еще больше урона наносили, то это ёбнешься. Фу. Кротеки миллион лет ничего не делали, но Хант отлично все. Хант прекрасно в нишу сел, он супер стильный. Хант супер стильный. Причем, что все пушки, они модифицированы, но они сделаны на основе реально существующих. Крага топ, кстати. You should see the jig-jig street porn we gotta contend with sometimes. So, we drop the inside... Пойду пописываю, не могу пиздить. Шика, пока пропизделась, ща я приду.
that you? Snowflakes on my body. You don't mind love, you just wanna party. Ride him like a Harley. I don't mind love, fuck me like a Barbie. Oh yeah, I want it, you know I want it. I know I want it, the supersonic. You make me nervous. Six in the morning, six in the morning. You know I want it, do I make you nervous? I hope that I do. Do I make you nervous? I know that I do. Cause I'm a bad bitch, don't wanna need no man. I'm a bad bitch, don't wanna need no man. But I'm drinking out his hand like a vodka crayon. Cause the dick's so good, I gotta get it again. I'm a bad bitch, don't wanna need no man. I'm a bad bitch, don't wanna need no man. Блять, надо вам, когда я ухожу, кресло пододвигать, чтобы вы могли кошку видеть. Вот. Грязный вестерн с монстрами в болотах иногда хочется... Да, иногда хочется... Ну, я не знаю, меня прям привлекло. Вот ты вот это вот сидишь, высматриваешь этих врагов. Особенно, когда ты голову потом еще ставишь. Мне не нравится, когда тебе в голову, когда мне голову ставят. Мне не нравится. А когда ты вот это вот... О! А звук попадания в ханта! Вот этот такой сочный чвяк. Звуки в игре просто ебейшие, охеренные звуки в игре. Вот что прям, ну, игра супер стильная, прям безумно. Я очень люблю такой стиль. Я очень люблю такой стиль, поэтому, поехали. Так, окей. Что я хотела? Я хотела интеллект-технику, но нам нужно хладнокровие реакцию, потому что оно в разговорах еще хуя. Оно все, наверное, в разговорах будет хуя. Ничего себе, про прикинь! Особенно круто, когда решаешься в соло идти против троек, внезапно убиваешь несколько команд с одним ромар... Блять, люди с этими что, жганами? Серьезно, во-первых, ненавижу соляных, понимаешь? Солевых. Во-вторых, шотганы. Потому что мы были... Не помню где, я очень херово пока что ориентируюсь, запоминаю название. Я с крагой хожу в последнее время. И я взяла, короче, а на локации лежал Ромеро. Я думаю, ну, блядь, чуваки к нам заходят в здание, возьму Ромеро. Блядь, не убил чувака, понимаешь? Из ебаного Ромеро. Почему в меня стреляют? Меня Ромеро разъебывает. Я, блядь, из Ромеро стреляю, сука, и они живые остаются. А работает, знаешь, как лай. Если ты берешь шотган, то вы сражаетесь на открытом пространстве. Понял, да? Болот солевые, он точно не в Питере. Не знаю. Кстати, если что, буду бежать в твою сторону. Ты ручка маши, посылай мне эманации, я буду к тебе бежать. Хотя бы в игре буду рядом с мужем. Просто классика, ну это пипец просто какой-то. Поэтому каждый раз мы заметили, что как только берем шотган, мы, блядь, на открытом пространстве, сука, сражаемся. Это проклятие какое-то, я не знаю, что с этим делать. Это просто какая-то жесть. Так. Реакция, техника, хладнокровие, ла-ла-ла-ла-ла. Третий глаз. Нет, подождите, что технику? Мне надо было куда-то идти во взлом. Хотя броня еще. Еще броня. Скорость восполнения памяти. Блядь, надо было про это самое. А ветки, походу, переработали прям, потому что, по крайней мере, визуально они уже иначе выглядят. Что ж, ган, понимаешь? Шотган вот это вот. А когда вся команда берет дальнобой, естественно, туман. Понимаешь? И у дождя 7%, но каждая вторая катка с дождем. Просто, боже, это за шо? Это жесть. Это просто жесть.
что они визуально переделали. Я помню, что раньше она сверху вниз была, а теперь она снизу вверх хуярит. Так, оптимизация, скорость исполнения. Ну, я не хочу скорость исполнения. Транспортные скрипты, я не хочу. Что здесь у нас? А что здесь у нас? У нас в квартире газ. Понял. Гонка со временем, во время вождения. Скорость передвижения повышается на 15. Чутье убийца. Урон нажатия прав оружия с глушителем увеличивается на 25 вне боя. Становятся видны предполагаемые показатели урона. Это хуйня какая-то. Компенсация урона. Давайте вот это возьмем. Мелкая цель. Вероятность компенсации урона повышается на 50. Обнаружение. Игра в прятки. При прицеливании из-за укрытия. Давайте это возьмем. Теперь у нас реакция. Что мы тут делаем? Погнали. Акробатика. Эффектно покинуть транспортное средство. Чем быстрее вы двигаетесь, тем сложнее врагам становится подстрелить вас. Но я эти вещи не делаю. Так, техника. Уехника. А, это на 6 уровне откроется. Это, видимо, откроется в DLC, по всей видимости, закрытая штука. При обезвреживании врагами медикаменты и гранаты мгновенно восстанавливаются на 5%. Прочность транспортных средств повышается. Пожалуйста. Пожалуйста, благодарю. И вот эту вещь хотелось бы немножко. Техника, интеллект. Погнали. Я качаюсь просто от балды, ребята, не спрашивайте. Отправлять по защите. Та-та-та. Ну, давайте хуй с ним. Плюс одна еще характеристика. Затраты памяти по мере приближения к врагу. Уменьшается на 30. Действия контролирующих на врагов. А, очки способностей. Все, поняла. Поняла. Все, прокачалась. Круто чувствуется. Стало нагляднее. Нагляднее стало точно. Паутина во все стороны. Да, паутина во все стороны, а сейчас она у тебя просто вверх идет. Знаешь, и ты... Но они молодцы. Я же говорю, что вот сейчас она выглядит так, как она должна была релизнуться. Ее гораздо приятнее играть сейчас. И это пипец. Так, что такое сырой брейн? What do you mean by raw? How's this differ from the ready-mades? Huh. Ready-mades, provided they're well-made, should feed you feelings and impressions you'd never have the chance to experience yourself in real space. But it's mass-market shit, so it's pre-crafted, hard-coded, fenced in, and manageable. Еще раз напоминаю. A raw one? Сейчас, well, он договорит? It's more like a virtue environment. Я вам напомню несколько... Look at things in detail. Editors use those layers to новостей. Fish for juicier emotes and impulses. О, моя then use them to pad Вона the тебе подобалась? Типа доба яйца? Settle in, and we'll get you going. Я пам'ятаю, що я якось той раз я не дуже могла якось зрозуміти, подобається вона мені. Ну мені насправді... Воу-воу-воу. Насправді мені завжди дуже важко, тому що я хочу ігор з можливістю романсити персонажей, але я розумію, що мені ніхто не подобається. Та ж історія в мене, наприклад, в БГ3. Тому що, ну, типу, я хочу когось заромансити, але я розумію, що там Карлах я не хочу, Єйла я не хочу, там Шадоу Харт я не хочу романсити, Арістарха свого Астаріона я не хочу романсити. І в мене там, знаєш, бла-бла-бла, та залишається один цей, як його, ведмедик. Ось, і типу такий, ну... Ну, блядь, якось. А хочеться оцей любові, розумієш? Оцей любові, щоб ти таки дивився на персонажі, такий, ой, привіт, привіт. Там якийсь йому, там фліртувати з ним, все це. А я щось якось, знаєш, пук-пук, і кожен раз залишаюся сама, і така, ну, в наступної грі якоїсь тоді. Пук-срінь, знаєш. Несколько новостей. Во-первых, деньги мы теперь собираем на домики крысам, если что, как бы, знаете, это жилье животным, потому что у них жилья практически нет. Понимаете, 5 тысяч, 15 тысяч рублей, 5 тысяч гривен. Вы думаете, 5 тысяч гривен я просто так от балды поставила? Нет. Не от балды. Я, блядь, посчитала. Понимаете, я посчитала, блядь. Это, во-первых. Во-вторых, у нас появился заказ фильмов за баллы. Заказ филлов за баллы. 50 баллов стоит заказ фильма. И в-третьих, у нас с 1 октября начнется игровой аукцион, который предполагает, что в рамках октября вы можете
в донате, в любом донате, в любом донате, в конце где-нибудь приписать название игры. Я за месяц буду все эти игры вносить в табличку. В конце месяца, 31 октября, игра, у которой будет больше всего сумма, сложенная всех донатов, сумма за какую-то игру, мы ее начинаем играть, которая на первом месте. Мы начинаем играть. Табличка не обнуляется, мы просто забираем эту игру, все остается, можно накидывать снова за те, что были, можно за новые. Вот. А еще 31 октября игру сможет заказать топ-донатер. Поэтому пробуем. Это все экспериментальная история. Вот, держу в курсе. Чтобы никто не говорил потом, что ой, а я не знал. Вот, посмотрим, как пойдет. Пойдет, пойдет, не пойдет, не пойдет, ауф. Ну, я так не дивився, бо знаю все погано, але любов, то таке хрест, такий треба тягнути. Ну, це, то є таке, є таке. Але ж хочеться хоч би цей хрест, розумієш, цей хрест. Тому що, ну, тупо, ну, є тітьки, не кола тітьки. Ну, хочеться такого, типу, бля, от так подобається, так прям ара-ра, уру-ру. А я, як знаєш, така ледяна королева, королева. Ну, як так? Хочу, хочу якісь емоції відчувати, розумієш? А поки що я відчуваю крінж, коли я спілкуюся з хлопцями з Тіндеру. Переважно. Переважно крінж. Я там один, сука, такий красивий, бля, траться тут не жити. Але він не дуже відповідає, а коли хлопець тобі не дуже відповідає, he's not that into you, тому я така, знаєш. Ай, жоп. Окей, hit me. Все будуть ждати донат до 1 октября. Повторяю, просто не вижу в чаті на екрані. Повторил, кстати, потому что не было в чаті на екрані. Блядь, не добавила, сука. Забыла. Я забыла. Пиздец. Я забыла. Посмотреть на Джуди. Да, я смотрю на Джуди. Окей, now let's set the... Я їх хуєсошу в Тіндері, Кір. Я їх хуєсошу, по-перше, якщо в них якась хуєта написана в профілі, по-друге, якщо нічого в профілі не написано, розумієш? Я їх свайпаю та кажу, бля, крихітка моя солодка, солоденька, ну чому в тебе нічого не написано? Тобі що, немає чого про себе розповісти? Один мені на це відповів, я йому написала, типу, квітонька моя солодка, ну як так? Тобі немає чого про себе написати. Він такий, а ми з тобою знайомі? Типу, ти щось про мене знаєш, що я міг би написати? Я кажу, ні, ми не знайомі, але можемо познайомитись. Блять, я просто, це ачівка була, розумієш? І друга ачівка, коли я хлопцю сказала, в душ та без мене? Сука просто, оа! Ось. А ще іноді харашу їх за їх фотки. Ось. І зараз думаю писати хлопцям, яких в анкеті, знаєш, там іноді в них буває дві фотки, та вони однакові. Або там чотири фотки, дві однакові, ну, дві-дві однакові. Я думаю їх свайпати та писати, типу, це що, гра знайди 10 отлічій? Чи чого? Що на душ сказали? Бля, на душ, знаєш, що відповіли? Що, типу... Треба мене брати на плече та йти зі мною в душ. Ну, це якось він дуже, ну, типу, не по плану пішло, якщо чесно, не по плану. Optics and other sensory sigs. Look smack into these two screens. Pretend it's an eye exam. Am I gonna have to do this calibration dance every time? Not necessarily. Да, Лай, да, 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 я це пишу. Exactly, я це пишу. Типа, кто из четверых ты? И как я должна понять, кто ты? Был чел, у которого три фотки, и все три с... Или там две с телефоном вот так вот. Ну, типа, вот так. Фоткается в зеркало, у него телефон вот так стоит. А третья фотка что-то типа вот такая, там, знаете, вот этот вот полупрофиль. Как это, треть? Типа, нихуя непонятно, как выглядит. Вот. Я ему написала, типа, чел, ну хотя бы спасибо за последнюю фотку. Вот, он такой, в смысле? Я говорю, на первых двух нихуя непонятно, как ты выглядишь. Он обиделся. Просто, блядь. Понимаете? Иногда бывают прям супер кринжовые диалоги. Прям супер кринжовые, если честно. Я помню, для пустых профилей. Бро, у тебя настолько все погано, что в твоей команде.
так, я це беру, відкриваю свій телеграм та зберігаю це. Та зберігаю. Ось так. Буду це писати. А ще я хочу знайти оці крінжові підкати та писати хлопцям оці крінжові підкати. От. Надо будет написать команду, что ли, чтобы реактивация не запрещала тебе нажимать. Но это надо в хорроры. Boot it up. Это надо в хорроры. Let me give you the tailored version first. Let you get your bearings. Then we'll jump in. Якщо в тебе буде якийсь ще ідеї булінгу, Кір, я буду дуже рада послухати та напитатися, знаєш, мудрістю цією. You go in, snatch the cash, get out. And we sell the BD to those psycho freaks from the studio. Got it. And remember, everything on full blast. They'll spot us extra for a wicked adrenaline high. Okay, on you go. Я просто уже не помню, как брейндант делается. Everybody! Underground! What I see you kissing the flooring! Money! Now! Or I will fucking drop you, I swear to God! Whoa! Yeah! Hey! Кубик-рубик очень легкий, кстати. Смотрите, на 4. Ау! Прянюшка, здравствуй, сладкая. Привет, моя девочка, любимая. Your cortisol and adrenaline spiked, but the soft activated your hormone blockers. Nothing happened. You're alive and well. A flash of intense shock. I can still feel it. I remember. Ну, умирать. Зависит от того, как, наверное. Хуй знает. Could warn me how much it hurts to die. Trust me. Чисто наклейки нахуярила на руки, ноги, знаете. Not so sure. Грудь, спину, шею. You'll be fine. Got everything set up. А шо кушенькаешь? Жратенькаешь? I'll sever the link to the BD roller's sensory array. Приятненько, кстати, получается. You'll be able to look around freely. Whole scene's yours. Full cam control and analysis mode. So move around, zoom in and out, whatever else you come up with. Think of it as your own little sandbox. So analysis mode, you control playback. Can even pause when you feel the need. Then you use the editor console to unpause. Try it. Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. Okay. You go in, snatch the cash, get out. And we sell the BD to those psycho freaks from the studio. Got it. Dream as hell, right? Well, that's not all. You can speed things up or rewind, whatever you like. Should I try? Rewind. Roll it back to the top. All good. Neat. Now try fast forwarding a bit. Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go. Маска у него, конечно, я ебу. Еще вернусь, будешь пойду. О, давай. Видела. Спасибо большое. Напишу после. Надеюсь, все подключится, все прекрасно будет. Давай, обняла, приподняла. Жмакнула везде, где можно жмакнуть. Вспомнила, что завтра мета коннект, серьезно? Got it. Okay. You can also reset the recording. That'll take you right back to the beginning. Try it. Now for some fun. This here's why you came in the first place. In analysis mode, you get to view and even scan details of the enviro recorded by the BD roller. Focus on the heat. The gun this gonk gets from his buddy at the beginning. Now scan it. Plan simple. Do nothing but the creep. You go in, snatch the cash. Так, пистолет. They'll spot this wicked adrenaline high. On you go. Okay, right here. Жирным содержит подсказки, доступные для сканирования. Наложиться друг на друга. Excellent. Let's move on. Now heads up.
In analysis mode, you can ferret out background noise and conversations if the roller got close enough. This tech records everything, every little detail, even the sights and sounds the roller was never aware of. To see the sources of the recorded sensory signals, switch to the audio layer in the editor. Go ahead and try that now. Okay, good. Now you should see several sound signatures in the store. Choose one and hone in on it. Okay, fuck! On you go. Little shitheads! Go restock. I'll take the register. Uh-huh. How about you suck a bag of dicks, eh? So, any thoughts? Unbelievable. Seriously, like it was happening right next to me. Ну, прикольно. Yeah, it's how BD recording implants work. Окончательно пристает квестер. Блядь, ну ценник у него, конечно. И сколько он там стоит? Что он там стоит? Keep playing with the sound, explore it a bit. We'll move on when you get bored. Между доступными сценами. Sometimes you can analyze extra layers in the raw. Stuff the roller's cyberware picked up. Like what? Ev's got Kuroshi optics that grab infrared. Meaning you should be able to grab heat signatures from her recording. Huh. Hella nice. Now let's wait till the guy punches out the gonk at the counter. Вот это хочу послушать. Go restock. I'll take the register. How about you suck a bag of dicks, okay? We have a deal today on two flavors. Cutty and Serpentine. Everybody! On the ground! Так. А что там было прокрасно? Scanning works on peeps, too. Walk up to the wounded chick. Try scanning her. All right, next thing. Scroll forward to the part where our artist gets a lead injection. Now, or I will fucking drop you! I swear to God! Кто-то должен прийти сзади. А мы, по-моему, можем переключиться на того чела, что ли? Или на камеры? Что это такое? Вот, 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 чел выходит. See that? They shot him and he never saw it coming. But you will. Here it comes. My favorite part of the game. See the blinking thing over the entrance? Surveillance cam. Да. Must have caught our shooter. You'll see in a sec. Cam feeds to the screen behind the clerk. Roll back to where the screen's in the kid's field of vision, then scan it. Блин, сканировать можно вообще все, просто пиздец. Как знаете в фильмах, когда вот такой вот маленький номер 4К, 8К качество, его же чумба. Каждый раз орала, кстати, в прошлый раз со слова чумба. Свой же его ебанул, поняли? Свой же и ебанул. Та-да-да-да-да-да, шов гривна, есть такое, это 500 будет стоить. А второй вроде как дешевеет, да? Ну да, все еще самый дешевый. It's too bad most of the BDs we do here are only good for flogging the log. Anyway, you ready to do this? Look at your wreck? I don't know, I... Let's take a break. Still feel like that kid when... Yeah. Кошка. Think I'm done. Pop. V, there's no time. Get it together, please. Okay. Okay. Go ahead. Just need T-Buck to link in. Whoa, whoa, whoa. Who? Runner for my crew. Security specialist. She'll tell me what to look for while we analyze. No problem, I hope. Actually, it is a problem. Not what we agreed, Ev. Evelyn? I won't get a damn thing out of this without T-Buck. Judy, please. Ev, she wants to bring a runner in? What part of that don't you understand? How do I know she'll only perch in this footage, observe, not fuck with anything? Me. I'm your guarantee. Yeah, right. Help me. 150. This 150. One last time. Мне кажется, что I когда promise у тебя, everything will work out, just like we planned. Вопрос идет уже, знаешь, там 500, okay. Эти 50, как бы. Call T-Bug and we'll dive in. Hey V, what's happening? Bug, listen. I got some useful footage from Konpeki Plaza. It's a brain dance. Konpeki? Oh, thought as much. Someone there with you? Yeah. Judy and Evelyn.
They're chill. They're helping me work through this BD. Uh-huh. All right. You gonna tell me what this is about? Listen. Need your help. Got no clue what to look for once I'm in. Индекс All right, see if I can walk you through it. Jacking into your tech now. You've gotta give me access. Ну да. Opening port 1779. 200. Это 300, тут 500, да? Secure protocol? Что ж. Good, I'm going in. Should be getting my request now. Got it. You ready? A millisec. Okay, connection confirmed. Now some quick tip ice and we're clear. Ready to dance. Fire her up, Judy. Ready to dance. Бля, ну у нас сейчас начнется прям хорошее похолодание, надо будет возвращаться на VR-ные стримы. Alright, V, eyes open. Gotta find out where Yorinobu's keeping the relic. Просканировать систему безопасности апартаментов, посмотрите запись от лица Эвелин. Like мясо для ебли. Ебать, сосраться. Хуя ты ёбнутый. I said, хуя no. Ты ёбнутый. They'll have my head for this. Then you shall perish for a good cause. But make yourself comfortable. I need a minute to... Listen in on that conversation, V. Could be something important. Хорошо. Finish. Я слушаю. We shall see soon enough. My father's a tired, visionless old graybeard who thinks nothing will change, and he'll live forever in his tiny frozen bubble. We'll listen to this. But I need a minute to finish. The program is still in the trial phase. We cannot take it to market as is. We shall see soon enough. Please speak with your father. He's taken a particular interest in this project. He can certainly explain the risks. My father's a tired, visionless old graybeard who thinks nothing will change, and he'll live forever in his tiny frozen bubble. I should not even be listening to such things. You will listen to this. Saburo is an adult despot, utterly removed from reality. Stuck in some fossilized vision of a world that no longer exists. Of a world that may never have existed. We have not seen eye to eye for the past 20 years. I am quite sure we want now. Read the documentation carefully. The relic а почему нет субтитров под вторую эту? You must provide them. Интересно. Heard that? True. Relic docs gotta be around here somewhere. Look for them. Look for them. Так, телефон. Вот тут что-то. Here in a drone. Ventilation and cooling. Servers. Gotta be. Fancy doodads in here need to be controlled. Так, а можно мы заново начнем? Мы начнем заново, я сейчас немножко посканируем всякого разного, у меня переподключается чат. Когда про Барби, мачо, хлопчачу, кайфахату. И теперь петка для Тиндера, але и буде. А ну-ка, давай. Хочу почути. Военные импланты, 96% модификации, уровень опасности наивысший. Внимание, будьте предельно осторожны. Ну ебать он, конечно. Смотрите, у него тупо голова осталась. У него тупо голова осталась только. Видите? Fuck mid. Fuck you, bitch. No. Так, мне сказали, что здесь где-то просканировать surveillance камеры, кстати. А где здесь surveillance камеры? I need a minute to finish. The program is still in the trial phase. We cannot take it to market as is. We shall see soon enough. Please speak with your father. He's taken a particular interest in this. Якщо б не було у пустелі, то всі арабські жеребці схили свої гриви перед тобою, проклавши. Сохраняю. Say no more. Зберігаю це. Я це зберігаю.
блядь, в тебе воно просто, ну, я не знаю, як ти це вигадуєш? Як ти це вигадуєш? Я не розумію. Як ти це робиш? Visionless old graybeard who thinks nothing will change and he'll live forever. Так, включений планшет Єрінобу на своє зображення. Включений планшет Єрінобу. А где планшет? Подождите. А где планшет? Подождите. Он же не с планшет разговаривает. Who thinks nothing will change, and he'll live forever in his tiny, frozen bubble. I should not even be listening to such things. You will listen to this. Saburo is an adult despot. Жінка, тебе надо отойти. На краю стола, вот здесь, вот это. Vision of a world that no longer exists. Of a world that may never have existed. We have not seen eye to eye for the past 20 years. I am quite sure we want now. Read the documentation carefully. The relic requires specific storage conditions. You must notify them. Enough. Sorry to make you wait. Где планшет, ебаный? Can't be stupid. It wasn't long. Not even long enough for me to grow bored. Другого стола, вон того стола. You seem tense. Edgy. A moment. You will come for me to kill. As it no damage. You shall perish for a good cause. But make yourself comfortable. I need a minute to finish. The program is still in the trial phase. We cannot take it. Тут что-то... Жалко, что они не сделали, ну, типа, подъем, а опускание. Меха, привет. Этот стол ты имеешь в виду? Так, а кто знает, где планшет ебаный? Подождите. А здорово! А привет! А здравствуйте, Ракунчик, Найт Максис, снова здравствуйте. Снова здравствуйте, Тори, Алекс. А я сейчас, кстати, помните, я вам вначале говорила, что мы посмотрим с вами фильм Лекса? Чуть не написала ретрочки! Ну почти, почти, Лекс, почти. Почти, привет. Помните, я говорила, что мы посмотрим фильм? Вот Лекс пришел, и мы сейчас сделаем перерыв, в котором... Ну как перерыв? Перерыв в игре, в котором мы посмотрим фильм Лекса. Вот, потому что я хочу вам его очень показать. Мне он очень понравился, я смотрела его уже. И у Лекса смотрела, и отдельно смотрела. Мне очень понравилось, поэтому пока я вот там присела на этом, не могу найти планшет. Мы с вами чуть прервемся, чтобы вы не это самое. И как бы того этого, 5-10, сейчас посмотрим с вами фильм. Потому что мне очень понравился. Это фильм, снятый по... Толи под конец пришла. Это фильм, снятый по сценарию Лекса. Категорию... 10 минут, Black Dragon. 10 минут. Это короткометражка. Фильм, снятый по сценарию Лекса. Фильм снимался что-то года два. Ну, короче, очень длительный процесс. Он то было непонятно, было совсем не 100%, что он снимется. Там практически его дропали, но наконец его сняли. Все хорошо, все здорово, все классно. Мне понравилось очень. 10 минут. Сделал... Да, да. Вот, короче, я в восторге. Года два ждали, во, релиз ждали два года, вот, вот это вот. Такие дела, поэтому мы сейчас будем смотреть, потому что супер классно, супер прям классно. Я вам еще отдельно ссылку скину, и вы все посмотрите, прям еще отдельно. Фильм называется «Джеронимо», короткометражный фильм, 10 минут буквально, видите, 10.05 вместе с титрами. Да, фильм на украинском языке, дубляж украинский. Титры есть русские. Вот. Такие дела. Поэтому все готовы. А ну-ка.
Пока я тут это, Айнане того самого 5-10. Пока Айнане 5-10. Готовы? Я убираю себя, сейчас я уберу все, все лишнее с экрана, подождите секунду, чтобы, знаете, не отвлекать и не отвлекаться, потому что хочу, чтобы вы это все посмотрели прям так. Готовы? Погнали. Так, алло. Макс, алло, ти спиш? Привіт, це я. Алекс, ну сплю, звичайно ж. А ти там чого хекаєш? Марафон біжиш чи що? Вибач, мужик, тут, короче, це... Треба, щоб ти до мене приїхав. Прямо зараз. Блін, ти що не приколі? Друга година ночі. Макс, Джеронімо. Серйозно, Джеронімо! Дуже треба допомога. Джеронімо? Ти серйозно? Серйозно, Макс. Я чекаю на тебе. Добре, бувай. Лекс, якого дідька? Який нахрін Джеронімо? Проблема, мужик. Дуже велика проблема. Що трапилося? Йдемо через чорний хід, щоб тут не світитися. А ти просто пояснити не можеш? Іди давай! Короче, ось. Це ще хто? Це Сандра. Яка ще Сандра? Ти що, повію додому привів? Зовсім з глузду з'їхав, чи що? Чорт! Я не знаю, Макс. Спочатку все було ок. Ми пили, потім трахались, а потім вона просто вирубилась і все. Все. І не дихає. Я не знаю, що мені робити. Це ти її душив? Та ти що? Вона сама мене просила! Стривай. Ти думаєш, це я її? Ні, Лекс, так не піде. Я додому, і мене тут не було. Ей, мужик, ти чого? Чорт, Макс, Джеронімо, камон! Я не знаю, що мені робити.
Я не можу поліцію викликати, то такий хіпіш підніметься. А завтра ці дружини з донькою повертаються. А як же моя кар'єра? Ти вже викликав поліцію. І як слідчий з досвідом, кажу тобі, якщо це нещасний випадок, нічого тобі не буде. Допитають та додому відпустять. Ні, ти чого? У мене сім'я, рейтинги. Я не можу, щоб тут копи постійно шастали. Та в мене підвищення на носі. Раніше треба було думати про рейтинги. Ну а як же Джеронімо? Ми ж обіцяли один одному. Пам'ятаєш? Ну і що ти пропонуєш? Можемо її твою закинути? Ти зовсім притрушив. Давай свою підганяй, інакше сам все робити будеш. Так моя в ремонті. Тихо. Хтось іде. Сука, це сусідка Анжели Степанівна. Давай швидше. Якого біса вона тут о третій годині ночі робить? Вона трохи не в супі. Думаєш, їй теж того? Я зараз тебе того. Неси, давай швидше. Анжела Степанівна, добрий вечір. А ми це, на рибалку їдемо? Нічну. На Сома. Ага. Фух, я вже думав все. А ти що там? Маршрут прокладаю. Як ти можеш жерти у такий момент? Який? У нас труп у багажнику. Ну ти завжди був таким занудним. Не бачиш, я на нервах. Мені цукор потрібен. Поїхали давай! Думаєш, її не знайдуть? Собаки чи єноти якісь? Думаю, знайдуть. О, чорт! То навіщо ми це робимо? Не ми, а ти. То була твоя ідея. А тебе я навіщо покликав? Ми ж друзі. А друзі мають допомагати одне одному. Друзі? Ти серйозно? Ти мені дзвониш тільки тоді, коли в тебе щось трапляється. А тепер згадав свій Джеронімо і втягуєш мене у всяке лайно. Що значить згадав? Це наша умова! Клятва! Дитячі ігри! Ось що це! Час вже відповідати за свої вчинки, Лекса! Знаєш, я думав, це щось означає. Не хочеш? Вали звідси! Сам впорав. Чорт! Степанівна, походу, викликала копів. Сука! Що ж тепер робити, а? Нікого вона не викликала. Вибачай, Алекс. Але мені дуже потрібно це підвищення. Так, це я. Алло, Мак, для приколу все готово. Ти де?
Видите? Райтер. Видите, кто райтер? Видите, кто райтер? Видите? Я считаю, что это... It's a prank, bro. Да, я считаю, что это раунд аплодисментов. Замечательно, капитан. Это раунд аплодисментов. Я надеюсь, что все сидят около мониторов и тоже делают аплодисменты. Вот. Мне пиздец понравилось, когда я его посмотрела в первый раз. Мне пиздец... Я очень люблю вот такое. Я очень люблю такое. Вот это, знаете, когда у тебя, бля, все готово для пранка, а потом хуяк-пиздык, и тут что-то, блядь, пошло не так. Я очень люблю такие концовки. Во-первых, очень люблю короткометражки, во-вторых, концовки. В-третьих, и основных на самом деле, я очень люблю все короткометражки, которые... Сценарии Лекса, потому что пишет он просто безумно, потому что мне и Мина очень понравилась, а в Мине тоже, знаете, такой конец. И вот это мне очень понравилось. Короче, просто ебанешься. Просто ебанешься. Очень круто. Еще раз, это короткометражка, снятая по сценарию Лекса. Собственно, вот, Райтер, Алекс Гавриленко. Райтер. Вот, я еще скину в телегу ссылку. А что мне-то? Спасибо, что сценарий написала, спасибо, что фильм существует, потому что, блядь, пиздец. Понимаешь, я еще в телегу скину ссылку, чтобы вы могли сами посмотреть, еще кому-то показать. Там друзьяшкам, которые любят короткометражки, друзьяшкам, которым нравятся подобные сценарии. Вот. Поэтому, потому что мне нравится очень. Я считаю, что просмотров надо фильму набить. Вот. И будет здорово, если вы поможете, посодействуете этому. Я считаю, что тут должно быть очень много просмотров. Фильм мне понравился. Вот прям положа руку на сердце, я кайфанула. Да, и спасибо Роме, который снял, собственно, эту короткометражку. Вот. Мне понравилось, я прям... Я в восторге, я очень кайфанула. Вот, оставляю себя открытой, и после стрима скину вам, собственно, ссылку. Вот, еще раз, вот сюда, в телегу. В принципе, я и в Дискорд хуйню эту ссылку, потому что больше не меньше, правильно? Больше не меньше, поэтому пускай будет больше, чем меньше. Вот, а теперь мы возвращаемся к Киберпанку, к сожалению, потому что я все еще не знаю, где его ебаный планшет. Если кто-то знает, где ебаный планшет, буду благодарна. Вот. Расскажите мне свои впечатления от фильма, пожалуйста. Мне очень интересно узнать. Просканировать включенный планшет на слое изображения. Белое. Вот это не планшет. Может быть, он где-то здесь. Ну, типа, вот же визуалочка, правильно? Вот же визуалочка, значит, он должен быть где-то здесь. Где-то рядом с кроватью или на столе, может, в будущем. Цікаво, чи Степанівна части на пранку. Блять, Степанівна, це просто, сука. А, Груночутно. Так, Груночутно, тому що я її вимкнула, тому що вона не інтерфірила з цим. Дуже дякую, Кір. Дуже дякую, що написав, тому що я трохи проїбала цей момент. Просто кровать. Может, реально в будущем оно? Может, где-то вот тут около кровати? А ну-ка, давайте мотать. Так, сейчас они здесь будут целоваться, поеваться, вот это все. Нам еще камеры надо. Ага. Камера. Камера. Shit, camera's packed with new tech. Motion sensors, heat sig activators. Здорово, Золочка, привет. Полочки, да. Mucho more than enough. Just need access to the... Смотрите, кто. А мы только что смотрели, Зола, не знаю, видела, нет, мы только что смотрели фильм, снятый по сценарию Лекса, кстати. Ктун, приятного лурка. Мы только что смотрели фильм, снятый по сценарию Лекса.
кстати. Вот надо ссылку. Я, между прочим, а чё я туплю? Давайте я вам сразу и сюда еще ссылку ёбну. Вот. Вот, на всякий случай. Мало ли. Пускай будет везде. Хай везде будет. И как тебе Зула? Может, мне очень понравилось. Кошка. Вторая, правда, убежала. Вот тут вторая лежала. Тут вторая подушка. Вторая убежала. Ну вот кошка. Да? Штатский пирожок. Началось. А еще мне приехал Playdate, кстати, смотрите. Приятного лурка, Немо. Мне еще приехал Playdate. Маленькая консолька, особенность которой заключается в том, что у нее есть вот такая маленькая ручка. Оп. Которую можно крутить. А я как раз Black Dragon. Вот. Которую можно крутить. И она используется в игрульчиках. И мы на выходных посмотрим игрульчики с нее. Вот. Вот такая милашка. Милашка-малышка. Крохотная. На картинках она кажется, мне кажется, на фотках, на картинках она кажется гораздо более на сайте, когда ты смотришь, более крупненькой. Желтенькая безумно. Кабель желтенький, просто пипец. На картинках, мне кажется, она кажется чуть более... Мне кажется, она кажется... выглядит более крупной, но она вот такая крохотульчика-красотульчика. Вот. С фиолетовым... кавер. Воль, здорово! Смотри, чё, Вольт. Смотри, чё приехала. Смотри, дочка какая. Ты что, сатанистка? Конечно, я катанистка, между прочим. Это же котики. Это же котики. Это котятки. Дизигн, уважаемый. И еще у них будет подставка. И подставочка вместе консоль, с консолью будет в итоге выглядеть как маленький телевизор. Как этот, как Бимо из Adventure Times. Вот. Здорово, SDK, привет, пирожок. Сатана, отец сатана, отец всей жизни, потому что догматы, по которым живут сатанисты, это просто догматы, знаете, это принципы адекватных просто людей. Вот. Такие дела. Но, конечно, мы ничего не... Как его назвать? А, и кошка. И это кулькиметр, это плейдейт, это маленькая консолька игровая. И вот еще кошка есть, смотрите. И Пипс такая, одна лапа сюда, другая сюда. Смотрите. Ну, они сразу себе место выбрали. Мы адекватны, в смысле, как оскорбление. Аня, здорово! А, скажи! И вот тут место для второй кошки, но она убежала. Вместо для второй кошки, но она обижает. Мне нужно им нормальные подстилки купить. Кошка разъеб, скажи. Она просто сладенькая, посмотри на нее. Просто сладкий пирожок. Маленький. Очень круто. А еще мы только что, я буду всем говорить, кто подходит, мы только что смотрели короткометражку, снятую по сценарию Лекса. Лекс — это Lex on Air в чате. Лекс, напиши что-нибудь, чтобы люди тебя увидели. Вот, те, кто хочет, для тех, кто хочет посмотреть, вот ссылка, там буквально 10 минут. Вот. Очень рекомендую, потому что, во-первых, короткометражка, вы потратите всего 10 минут, и то 10 минут это с титрами вместе. Вот, вот этот Лекс, вот этот Лекс. Во-первых. Во-вторых, там очень необычный конец, поворот. Знаете, вот этот поворот. Я очень люблю такие короткометражки, такие сюжеты, в которых ты в конце сидишь, только, блядь, сука, что... Вот, я очень такое люблю, поэтому рекомендую посмотреть, потому что фильм 2 года никак не мог выйти, наконец вышел. Он на украинском, но там есть русские субтитры, если что. Вот. Он на украинском, но есть русские субтитры, поэтому посмотрите, он классный. Мне понравилось. Ой, ты боже. Так, открыла себе ссылку, кстати. Открыла ссылку, хай буде. Вот. Такие дела. Такие дела. А вот и турель. Нихуя себе. Latest scanner model. Systems all connected to the server. Нихуя себе. Shut them off? Externally, no way. Gotta get in, check out how they link into the system first. А еще для тех, кто не знает, блин, у меня столько новостей оказывается. Для тех, кто не знает, во-первых, я на прошлой неделе была, прошлая неделя была моя последней неделей работы на сеттлерах, не в Ubisoft, на сеттлерах. I've got an idea. И с понедельника
понедельника я работаю на Skull and Bones, ребята. На Skull and Bones. Понимаете? Понимаете, на Skull and Bones. Поэтому, как бы, я теперь пират. Пират всяческий. Всяческий, хуяческий пират. А, помимо этого, я поменяла полоски, донатные полоски. Теперь мы собираем на домике крысам, потому что крысам негде жить. Я как бы собираю на домике крысам. Если вы хотите помочь крысам обрести домики и гамаки и лежанки, help much appreciated. Вот, это во-первых. А во-вторых, у нас с 1 октября начинается аукцион игр. Игровой аукцион, в рамках которого вы можете в любом донате, вне зависимости от того, что вы там пишете, где-нибудь в конце приписать игру. Вот. Я все эти игры из донатов буду собирать в отдельную табличку. И 31 октября мы будем смотреть, у какой игры больше всего сумма донатов. Оно будет все суммироваться. И эту игру мы берем, играем, а табличку продолжаем. Мы ничего не обнуляем, никакие суммы не обнуляем, мы продолжаем. Вот. И вот так вот будем оп-оп-оп-оп-оп и смотреть. Такие дела. Будем смотреть. Зайдет, не зайдет. Зайдет, зайдет, не зайдет, не зайдет. А еще у топ-донатера будет возможность заказать игру. Посмотрела у одних эту историю, у Лекс подсмотрела другую историю. Поэтому эксперименты. Сектор эксперимента на барабане. И что-то еще я хотела рассказать. А, и вообще приходите, кстати, в телегу, там много всякого. Вот. Вроде все. Все сказала. Пират, который 3 года не может выйти. Я только сейчас пошла на корабли. Что ты хочешь мне сказать? Только сейчас пошла на корабли. Подожди. Подожди. Я только сейчас. Включить режим камеры обычный. Не пойму, поменяли модельку Эвелин. Блин, а тут... Можем чуть руку посмотреть ее. Чуть-чуть. Блять, да опять... В другую, вот сюда. Very nice. Сука. But come here already. Мошенники. Just a sec. Увлечение члена. For the perfect thing. Давай, членом увеличивай. You'll like this. Очень плохая собака. Ну, я поняла, да. Я поняла, да. Сейчас я отмотаю чуть назад. Я отмотаю назад. But come here already. Just a sec. Come here already. А, вот планшет. Нет, это не планшет, это пистолет. Бонь! Опять в туалет хочется, прикиньте, беда. Так. Включенный планшет. Стоп. Опа! Здорово! Ебать! Господа, нашла. Блин, это, конечно, классно, но мне нужно еще просканировать еще систему безопасности. Подождите. А я что-то не вижу больше эти самые. Я что-то не вижу. Так, вы все, да, я так понимаю? Все, я понимаю. Так, конец записи, подождите. Конец записи. Давайте с самого начала. Не, я пока что не брала DLC. Я пока что не брала DLC-шечку. Я на следующий раз возьму уже. No. Так, где-то должно быть очень холодно. Синим сино. Если я правильно помню, оно... Я, кстати, не помню, где оно. Оно вот оно. О, Донагиз. Looks like Mr. Arasaka had something to celebrate. Really think you'll find the chip in there? No way. Tim's too low. Could fluctuate. Nice try, though. Please speak with your father. А ну-ка. Right. Grab the heat sig. Matches the spec in the docks. Yorinobu's got the case here. Guaranteed.
Mm-hmm. We got it. Good work. Looks like we got everything we need. Quit out of the editor. Так, подождите, здесь где-то камеры должны быть еще же. Где-то же еще камеры должны быть, нет? Помимо вот этих. Помимо вот этих двух. Вроде не было, потому что у меня не тегнулось посмотреть все камеры. Ну, вот тут. Видишь, просканировать систему безопасности апартаментов дополнительно. Хотя, может быть, не камеры, это что-то другое имеется в виду под систему безопасности апартаментов. Слушай, наверное, что-то другое имеется в виду. Наверное, что-то другое. Ну окей, выходим. Черт с ним. Get everything you need? Yep. Хуй с ним. That'll do. Thanks, Judy. Хуй с ним. Later, T-Bug. Nice work today. See you soon. I'll wipe the cache. Там не указано, где можно еще что-то. You were never here. Все, на следующий раз. Может, все равно будем еще сканировать, поэтому нет. Keep it. I'll put it on Ev's tab. Portable device for handling BDs. I already uploaded your calibration settings. Not as sophisticated as what we got here, but should do the trick. And it keeps you out of harm's way. Ну да, это не то, чтобы на что-то влияет, это не то, чтобы какой-то дополнительный там опыт тебе дает, поэтому. Хотя жаль. Кстати, нет смысла стараться, чтобы. Там какие-то диалоги еще, наверное, есть. We needed that recording, Judy. Какие-то, наверное, диалоги еще есть смысл, а вот такие типа камеры еще что-то. BD will be the death of us. О боже, что там на телеке? If Arasaka finds out you have it, you're dead. Закрывает обзор. А там интересно. Judy, relax. Nobody will ever know. Да, но на ход квеста не. Ну то есть типа, если бы там знаешь, ты нашел все камеры, поэтому ты когда туда приходишь, ты мог бы их узнать, увидеть, там как-то их отключить, бла-бла-бла, это одно, а так оно как бы не. Besides, we'll talk in a bit. Мне сегодня еще чай пришел. Помимо плейдейта, мне пришел еще чай. Миллиард чая. Я купила что-то типа 6, по-моему, упаковок. Ну, там по 50 грамм, знаете, чисто попробовать. Thanks, Judy. Да подожди, блядь. And don't worry. I know what I'm doing. Где ты? Вот. Intel on Yorinobu, the chip. Джуди, а я не знаю, кто такая Панам. Панам. When's it right? Plans perfect. A job like this comes one in a million. Пока что знаю только Джуди. Thanks. Now the punchline, please. Just sounds too good to be true. What's the catch? Ничего страшного, ничего страшного. Cold feet. Are you looking to get out of it? I want to know if you're really in control here. That you're not sending me into the sort of shit I can't wait out of. Вот эти вот сапоги. V. Латексные. I have zero reasons to haze you. We're in this together. А можно присесть? Really? Посмотрите, блядь. Trust me that I got this. Посмотрите на это. Шикарнейшее. You're not worried? Arasaka will flag and screen anyone who's had dealings with Yorinobu. Мисато Кацураги. They'll have a long list then. Packed full of big names. Much bigger than mine. You tell me who they check first. Corpo hotshots and cutthroats? Or a little bedroom plaything like me? Think I see how you know so much about Yorinobu. It's simple. Men like pillow talk a bit too much. So it's just about the sex? Biz. And biz only. You're sure Yorinobu doesn't expect this kind of move from you? He's got no idea. Не помню. Trust me. He's too busy with Netwatch to give me that kind of attention. Besides, even if some suspicion takes root in his mind, it shouldn't matter. He won't react in time. And that's something you'll handle, right? So, what now? Ну, кстати, Кацураги я помню. Он такой прям. Do this job for me. I mean me alone.
No splitting the payout with anyone else. No middlemen. У нее пальцы прикольные. No Dex. Я бы себе такие, наверное, тоже сделала. Просто потому что. You wanna fuck over our fixer? I knew something was up. Dex is a middleman. And a useless one at this point. Evelyn, you don't mess with fixers. That's the one rule every merc in the city knows and actually follows. But if we're smart... Doesn't matter. Mistake like that'll cost you your rep. And without a rep, you're nobody. You sure you wanna do this? Как свет ложится на платье. Better ask yourself that question. Охуенно. Do you want to spend the rest of your days blasting scabs? Ай, сорока. Or become a legend overnight? Я или в следующей жизни, или в прошлой точно вот буду, слэш, была сорокой. No fucking way. Да, Тори, это уже full scale. Это с дровами, со всеми штуками. Now I'm doing the same. Это полностью уже. With cred like that in your account, you won't need Dex for anything. Will do, так сказать. No, Evelyn, it's not just about the money. I thought you were a merc. I thought it was always about the money. Not behind the back of someone who trusts me. Sorry. Fine. Он такие, сейчас подожди, посмотрю. Что они договорят? But V, I just hope you're as good as you are naive. If you need me, call. I'll send you my number. Okay. Good luck. Иду смотреть ссылку, потому что Эвелин, конечно... О боже, это откуда скриншот? Я бы такое хотела. Оно ужасно мерзко похоже на паука. На пауков. Но я бы такие себе сделала. Просто чтобы... Я и так быстро, знаете, чтобы страться с кем-то в интернете. Я и так, в принципе, быстро печатаю. Но так это вообще просто. Next level срачи будут. Next level срачи. А, Ghost in the Shell. Слушайте, надо посмотреть. Ай, блять, меня лампа ёбнула. Меня лампа ёбнула. Добавлю новый контакт. А вот и Декстер. Turns out Evelyn's recording from Compeki was worth our time. Beautiful. T-Bug already called. Said she's working her magic. We're all set. Ready to go. What now? Now we do the job I hired you to do. Grabbing that biochip. We'll talk about the rest at the afterlife. See you there. Great. Be there in no time. See you, Miss V. Gina and me sitting at the bar. Малиновый суперкрасивый. Шершеля Фам выполнено. Теперь добраться до забрать заказанный пистолет, подождать, пока снимут оцепление, найти ринг. Вот это я делать не буду пока что. Вернуть долг, это понятное дело. Найти обезвредить, это я пока что делать не буду. И у нас пропуск в высшую лигу. Добраться до бессмертия, погнали. Пока пойдем с... Обожаю розовый. У меня был период, мне кажется, это, знаете, каноничное событие, нельзя вмешиваться. У меня был период, когда я терпеть не могла все розовое и девчачье. Но это каноничное событие. Так, Hey V, как оно все на месте, все на мази? Встретилась клиентка, посмотрела вирт оттуда, куда мы собрались. Вирт, ладно, где же меня в курсе? Okay. Короче, каноничное событие. О, Батамику, привет! На слух я к словам пончика. Каноничное событие, нельзя вмешиваться. Я считала, что все бабское девчачье это фу-фу-фу. Типа розовый цвет, вот это, знаете, юбки, отвратительно, ужасно. Вот, а потом я стукнулась головой об стенку и пришла в себя. Вот, и теперь не занимаюсь хуйней. Я обожаю розовый цвет, я обожаю блестки, я обожаю все вот это вот говно. Понимаете? Может, теперь я на адекватах. Если мне что-то не нравится, то оно мне не нравится просто так, а не потому, что оно девчачье. В конфузе? Что случилось? Блять, где? Что случилось? Так, где? Спиздили! Вы поняли? Спиздили! Скоро наступит столкновение с реальностью, которое возвестит будущее этого мира. Всякий раз, когда деньги переходят из рук в руки, твое истинное я становится жертвой капитализма. Блять, иди в пизду, а как ты просчитываешь? А как ты думаешь, блять, что я...
Виктор Вектор. Привет, малыш. Подумал, рваные футболки хорошо, но для высшей лиги надо что-то посолиднее. На вершине мира дует ветер, так что мама не, горюй. Себе не прощу, если ты в первый же день простудишься. Загляни дома в тайник. Я в прошлый раз положил кое-что. Думаю, она тебе пойдет. Я тебе и так должна миллиард Эдди. Еще и подарок я просто не могу принять. Сразу отвечает. Вот все мужики так отвечали сразу. У меня период Тиндера. Простите, ребята, я буду про это регулярно... Отличный байт на блестке. Да. Обожаю розовый цвет, обожаю блестки, обожаю говно. Предрассудков против говна у меня нет, поэтому как бы... Так сказать. Думаешь, эти Киройсы за спасибо устанавливал? Мне все равно эти куртки больше девать некуда. Мисте такое не носит, мои панковские деньки давно прошли. Окей. Так, ну вызываем свою тачку. К Либераку у меня спиздили ожидаемо. Короче, будешь, если будешь их надевать иногда, буду рад. Как там говорят? Ведь ты этого достойна. Хотя, может, не говорят уже. Так, где моя тачка? Погнали. Как такси жду. Я будто такси жду. Проканулась далековато, кстати. Что такое? Это ж не ко мне? Это ж не за мной? Давайте разберемся. Не войду в ресурс, начинает это пугать. В плане это норм не втягиваться в учебу недели 2, может 3, однако уже 26 число никак не могу начать адекватно учиться. Концентрация на 0, сил 0. Делаю все только через насилие над собой, этого не лучше. Слушай, ты не выгорел, дружище? Ты не выгорел в случае? Блять, вот это ты ёбнутый. А куда смотрит полиция? Подождите, а куда полиция смотрит? Ёбани очи. Так, а куда мне говорили? Слушайте, на контрол не бибикается. На ёбка, для уёбка. И сейчас тачка такая, ну пройди 200 метров там. Я там встал. А вы можете дорогу перейти? А то мне там паркануться негде. Вы не против? Блять, ну у меня точка, навигатор точку поставил в соседнем доме. Ну, блин, что, я виноват, что ли, что вы не можете адрес правильный поставить? У меня точка там, я никуда не поеду. Если вы не подойдете, я просто заказ отменю. Говорю на таксистском, кстати. Профессионально. Ну, вопросик такой чисто. Даже не профессионально, а это. Ой, блядь, ай. Ай, ай, ай. Ай. Нихуя себе! Может, ну ладно, в пизду, ты все равно умер уже. Хер с тобой. Слушайте, может, мне здесь не попадаться лучше? Давайте вот здесь припаркуюсь. Я здесь припаркуюсь, ну его в жопу. Они какие-то бешеные, если честно. Они какие-то, если честно, бешеные. Жесть. На отделение у меня очень много желания рисовать. Начал перерисовывать все смайлики, которые делал, потому что они кринж. За лето скилл вырос. Слушай, ну выгорание, оно работает не обязательно на все твое желание работать. Выгорание работает так, что у тебя сил остается кропаль, но при этом желание делать какие-то вещи, которые тебе хороши и приятны, которые ты лично хочешь, а не которые тебя заставляют делать, ты вынужден делать. У тебя есть силы на них. Понимаешь? Вот. Поэтому. Look like you just ran a marathon. Something happened. Here's a merc working, yet. Still sweat like a roasted pig when I talk. Поэтому главное, если оно тебя заряжает и. А ну подожди, посмотри. Если оно тебя заряжает и оно дает тебе сил дополнительных, то перерисовывай. Столик. Ой, кэт прикольный. Ой, такой чисто. Ну тут въебать этим баном, реально. Тут въебать этим баном исключительно. Checking to see if I'm not rotting in some dumpster, like most of the Wales boys. Really starting to wear. В очередной раз напоминаю о том, что приходите в телеграм-канал, у нас там всякое разное. Кружочки, но не очень много. Крысы. Я вот сегодня рассказывала, что я крыс оставила, открыла, и они просто оккупировали мою кровать, поэтому я буду потом какашки из-под одеяльника вытаскивать. Они почему-то лезут исключительно в пододеяльник. We have arrived. The major leagues.
does not get any higher, Chum. And you know something else? Осьминог. We fucking earned it, Chica. Пиздато. We fucking earned it, Chica. Yeah, come on. Ну пошли. Дякую за компанію, дякую Лексу за фільм. Піду собі. Якщо потрібно буде додатковий підкат, я тобі буду писати. Я тобі напишу. Я тобі напишу. Really, Jackie? Давай, гарного тобі вечора. Обіймаю міцно. Дуже дякую за компанію. Oh, for reals? Ah, shit. That must have been ages ago. Усядься, пожалуйста. Спасибо. And who might you clowns be? We're friends of Dexter Deshawn. He's expecting us. Хорошо, Батамику. Оп, yo, буду ждать. Dex, got two live ones saying they're here to see you. Yeah? All right, then. Says he needs a second or two. Go get yourselves drinks or something. Way ahead of you, viejo. This is it. Блин, ну мне... Ну, сука. Посмотрите, как классно. Ты идешь, а у тебя просто люди с модификациями, Они все так классно выглядят и так по-разному. Это же просто рай. Понимаете? Это же рай. Вполне норм пока учиться спустя рукава и факапя многие вещи, насиловать себя. Если ты будешь себя насиловать, это выйдет тебе только исключительно боком, потому что свое выгорание ты будешь только ухудшать. Вот. Если у тебя не начинается лютых проебов по работе, по учебе, все в порядке. Ты не должен вкладывать в учебу 100% сил. Ты должен вкладывать то количество сил, которое позволяет тебе держаться на плаву в такие моменты. И, во-вторых, не хуесосить себя за то, что ты не вкладываешь 100% усилий, потому что это только добавляет нервов, стресса и подгоняет выгорание. Так что правильно, учиться в меру сил, дальше разберешься, потому что в любом случае практика. Если сейчас тебе хочется рисовать, значит, все в порядке. Вот. Пишешь работу, это ты прекрасно держишься. Это не неплохо, это прекрасно. Ты прекрасно держишься. Can you imagine? Susan Forrest, Boa Boa, maybe even Morgan Blackhand. All set on. Looks like we're up. Так что 7-8 из 10 это не неплохо, это прям прекрасно. Которую? That's Rogue, best fixer in all of Night City. Thought Dex was the best. Rogue was lining up jobs when Dex was still shitting in diapers. Place belongs to her. What can I get you? You order. Two tequila old fashions with a splash of cerveza and a chili garnish. Duo of Johnny Silverhands coming up. Right on, Chica. Johnny Silverhand. Somebody did their homework. Looks like the dog ate mine. Age-old tradition. Drinks are named after our regulars. Emotional support Батамику. Easy. Вообще. У меня мастер дегри в этом. Longer. Don't know by how much though. Gotta be the oldest club in Night City. Кстати. Я в ТикТоке недавно такое увидела, и теперь сижу, думаю, что это... Say I wanted to have a drink named after me. What would I have to do? Хочется сделать штуку, но я вам не расскажу. Mind-blowingly spectacular fashion. Mid-op would be best. What a beautiful tradition. Нет? За то, чтобы мы разбогатели. To be in filthy rich. Filthy rich legends. Who else can I drink here? All on the menu. Except there's a spot missing. Morgan Blackhand, right? Ля ты кошка, ля ты скотина, стерва. Morgan didn't make up his mind if he's dead or still kicking. Nobody knows what happened to him. Think he's still alive? It's been years. Why not? Look at Rogue. Peaked from that era, a species unto themselves. Guess dying's a small price to pay for going down in history. Gotta live like a legend first, though, huh? Ой, блядь, пойду собираться спать. Давай, 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 умничка, умничка, Батамику. Держись, все в порядке, не насилуй себя.
хороших снов. Спасибо, что заскочил. Sure. И занимайся тем, что тебя пока что прет, потому что оно будет тебя балансировать вот это вот, знаешь, нежелание делать другое. Музыка реально стала тише здесь, потому что она в самом начале, ну, типа, в оригинале. Мистер Дешон, see you now. Dex a regular? He come here a lot? Она прям орала очень сильно, гремела, пиздец. And show his face for nearly 2 years. Tomcat's gotta walk his own path, right? Well, wherever he walked, he knocked a few pounds off. Guess they weren't delivering that pizza I mentioned before. How do you know? My job. Look around. How do you think mercs earn their reps? Through gossip, rivaling. Она очень сильно, она прям пипец была слишком дохуя громкая. Ну типа как в клубе, знаешь, ты заходишь, и тебя просто уши разрывает. А сейчас нормально стало. Ну то есть ты чувствуешь, что это клуб, что музыка громкая, но тебе не хочется просто наушники хуйнуть. Очень из меня прошел. Вошел мне, так сказать. Damn, Holmes. You're huge. Work out? Mm. Same here. No, in the ring. You do some kind of exotic shit? Huh? Kempo? Ninjutsu? Ой, боже. Think you could take me? Drop me? Sure. In here. Este pinche tipo. Sure. In here. Что такое? Том, понятно. Все, без вопросов. Ходит, как что наложил. Джеки, что ли? Или охранник? Кто из них? Я костюм забрала. Так, а мне присесть дадут? На коленке. Я на коленке сяду. Если что. Упаковался такой чисто, смотрите. Thanks for your help back at the scav hunt. А Джеки ходит как что, ну не знаю, если честно. Good thing. City Hall should be fucking thanking us. Так, хорошо, не на коленке к Джеки, ну ладно, жаль, жаль, конечно. Ну ладно. Jackie. Now, now, Mr. Wells is right. We're gonna be going over some sensitive material. Нет, это ж now. But if it's all right with y'all, I'd like to start with a question for Miss V. Evelyn Parker. Чего? How'd you fare? Посмотрела, я не буду сдавать никого. Well, as I could have, I guess. Пусть walked around Compeki Plaza, inside, from that raw BD she scrolled. Mm-hmm. Bug already filled me in. So you know the target. Yorinobu Arasaka. The Emperor's son and heir apparent. Mm-hmm. Man with the millionetti name and no talent to back it up. Evelyn Parker's special friend? So she just want to see what's good, or was there something else? Think she just wanted to see what I was about? Не буду сдавать никого. Хай сами разбираются. Я в этом не участвую. Я держу, как это, знаете, нейтралитет. What you got for us, Dex? This. Well, here goes nothing. Me and Dex have already covered the fine deets. Ops-wise, should be a stroll on the beach. А потом хуяк чипы с этими. Как его? Delamain will drop your asses at the front door of Compeki Plaza. You'll stroll right in, thanks to your false identities. Then, with Bug's help, you'll breach the hotel subnet. Mine and the Flathead's help. Last but not least, you slip into Yorinobu's penthouse and clep the relic. It goes without saying, we do this on the hush. Ideally, no bodies. Not a one. You'll have T-Bug on comms for the duration. 9 вечера. Time for your burning questions. How do we get in the penthouse? Yorinobu's got barely any muscle. Hardest part will be penthouse security. If we want to disable, we'll need to neutralize Compeki's dweller. Elite runner monitoring the hotel's subnet 24/7. Дым прикольный Only стал в игре. Is there's no way to get in the dweller's den from the outside. Хорош. Hold on. How you want us to get inside a room you can't get into? Trust me when I say whatever hit you think of, T-Bug solved it already. This is where the Flathead comes in. You'll have to get him in the ventilation shaft, guide him to the dweller and force the dweller to... Ну, одна часть с пентхаусом этим
Flathead will stay there, jacked into the dweller. Не нравится тебе? But thanks to that, I'll be able to roll out your red carpet into the penthouse. Anything else? These new identities. Tell us more, what's our cover? Hello, Ramon Victorino. And you're Hannah Conwell. Oh, боже. Ramon? Yeah, okay. What do we say we're there for? Бля, терпеть не могу, когда вот так вот ногой херачат, если честно. Прям хочется человеку остановить эту ногу. Я, блядь, ебал. Anything else? Поняла тебя. Transport to Delamain. Переживаю. Ну, блин, прям... Жесть. Not a man. Deshawn don't ever work with anyone but the best. I consider Delamain just that. Yeah, who needs creepy, nosy cab drivers when you've got a clean AI to get you from point A to B in style? And how he bags a permit to operate every year is still a mystery. Что ты бедрами вот это туда-сюда хуячишь, Джейк? Господи. О, боже. Что за adjustment? You head for the safe house. Произошел. Which is? The no-tell motel. Quiet. No questions asked. Make our next move from there. But I'm flat certain that won't be necessary. Anything else? Okay, Phil brought up to speed. Perfect. Опа, нога остановилась. I got a question. Опять началась. How do we get to the real reason we're all here? Ну да, впервые такая комиссия, крупная же пиздец. Cut for fresh talent. Ну, как мы помним, правильно переживает. Non-negotiable. 30%. Bro, 30? Ну, он такой, он, конечно, БДС, но такой, знаете, свой парень БДС. Come on, Dex. Isn't that a little low? Это очень крупная миссия. Who got the flathead? Who pulled the intel from the brain dance? And we're going in a hotel full of soccer men to swipe some fucking toy from the boss's son. We are the job. Hmm. And who's providing transport? A top-tier netrunner and a lead-proof plan and intel? You sure you want to go down this road? Jack's right, Dex. We ought to get more than 30. We deserve more. Fine. 35. And that's my final offer. I can live with that. Ну ладно, 35, ну 5% это больше, чем... Been a while since I got a run for my 80s. Меньше, чем 35. Actually, kind of 35 больше, чем 30. Last thing. Compeki's got a strict no-iron policy. Security gates, the works. So you dogs will leave your lead spitters in the ride. Take the flathead inside in its case. Ну это на 40% тянет уже, кстати. That's a death suit, so you'll look the part, too. Kido. Thanks, team. So, not to count chickens, but why don't we see our Eddies? All depends how Miss Parker avails herself of her role, but a week. Выглядит очень круто, правда. Вот прям очень. What do we do while waiting? Sit around, suck air. You sit tight, heads down, because old Uncle Arasaka be watching. Нога успокоилась. Слушай, прикольное замечание из Дикей. Реально. Прикольно. Your chariot awaits outside. My cue to Delta 2. Got a prep to jack in. Be there when you come on comms. Any other issues? Now's your chance. You and Dex known each other a while. Why? You know, peeps say all kinds of things. Everything we hear is an opinion, not a fact. Marcus Aurelius, I think. Философ, конечно, морощенный. Old philosophizing. No wonder you get along. Plan. What's your take? Enough, I hope, to put me in a luxury Cretan villa from which I'll never set foot in cyberspace again. Promise to send me a postcard? No offense, but I'm gonna burn any and all bridges. Need a clean break. I'm good. No questions. I'm good. Dabudi, dabudai. Погнали. So you ready to get going or what? Что делать? Let's roll. No point in waiting. In getting rich, you mean? Попиздавали. Welcome on board this Delamain service. With Delamain, you leave your problems at the door. Son of a bitch. Better fucking believe I will. I see no reason why you should be using expletives. Oh yeah? Ты же девочка, Джеки. Чего ты матом ругаешься? Ты же девочка.
3 months I'd been saving up scratch. Не, не ходила на его миссию, не успела, Тори. И не успела. Water under the bridge. Hit it, Del. Before we begin our journey, I must verify the identities of all customers. Please proceed to connect your personal links. Дела мои надо. Блин, наверное, супер неприятно, когда у тебя зрение вот Thank такое you. Делает. Excelsior package activated. Excelsior? Oh, this just keeps getting better. Excelsior? The Поехали. Excelsior is a package tailored to our premium clientele. Top quality don't come free, you know. Now watch. Delamain, initiate combat mode. My apologies, but you do not appear to be in any sort of imminent danger. Huh. Oh well. Trust не вышло, прости, Джеки, прости, Ютрайт. Прикольно, что у него якобы в этой, в зеркале заднего вида, он, в его глазке. Is combat mode even legal? Of course it is. The Second Amendment says so. While on board, you are entirely within your rights to bear and use me. Excelsior, what else is included? Comprehensive health coverage, including the handling and disposal of a client's remains should death occur on board. Damn. Shit got dark pretty quick. Dex ain't skimping, is he? At least we got some clue where his... У нас всего 35%. Going, huh? Пускай он еще хотя бы десяточку на нас сейчас въебет. Тоже Excelsior. This is how you want to cruise into the major leagues. Мы не хотим с тобой быть корпоратами. Wouldn't get overly excited. Hmm? Haven't gotten there. Not yet. I don't know, Jack. Kind of feels like you're losing that steel grip of yours. Huh. Seems to me like it's you who's got some kind of problem. Need you to keep your head clear and in the game. We got a job to do. Что-то доебалось до него, если честно. Been clear in my whole fucking life. Что-то доебалось до него, с нихуя, если честно. А чё так столько матов, Вика? Ты компенсируешь игру, что ли, или что? Походу, да. Going back. We are nearing our destination. Не забывайте свои вещи. Hey, how's things? Smooth as fucking sandpaper. We'll be, pulling up to the hotel soon. Listen, set up a direct encrypted line to guide you through Compeki. V, ring Jackie now, see if we're in sync. Can't be too careful. Бать, у него глаза горят, посмотрите. And? Got static. Say something, bug. The greatest crimes issue from a desire for excess and not from necessity. Say what now? Aristotle. Guess you read me then. Say what now? Yeah, I read you. Not so much your Greek friend. Though it was kind of exciting. Could give it some thought. Try to understand. How about you, V? Короче, вот эти херни надо прокачивать. Read you loud and clear. Perfect. Это интеллект, okay. Вот эту вот всю ерунду надо прокачивать. Then I'm gonna see. Stay in touch. Thank you for choosing the Delamain service, and best of luck. I shall await here for your return. Shit's finally happening. Almost forgot, no iron, huh? All right, член, Hannah. Let's go. Чей? SDK. Чей конкретно? Так, подождать, пока Джеки возьмет Let me болта. Grab the flathead. Давай. Доломен прикольный. We're out front, Bug. Remember, reservations in your name. Хозяин Кадзим, посмотри. You're there to meet Hajime Taki. Опустил на первый раз играл. Что для тебак? Это тоже заказ, типа, последний раз в завязку. Слушай, ну ее этот самый Дешамель... Пирамель, как его там? Дешон заказал. По поводу того, что последний ее заказ, и она в завязку, я не очень уверена. Я что-то это тоже упустила. Но ее, видишь, заказали... как лучшую, типа, раннершу. Но я что-то не уверена насчет последнего. Прикольная штука. Нравятся такие проверки выигрыш, но было бы в ней больше. Да, вот это, конечно, согласна тут. Что происходит?
You got it, Holmes. Sir? Было бы еще круче. Главное, дети после этого свалить и больше не натранить. Ага, ну, походу, да. Ну, я так понимаю, что здесь у нас выручка прям пиздец, очень большая. Мы arms dealers. Excuse me? Ah, you are here to see Taki-san. Судя по всему, ну, здесь прям супер огромная выручка будет, и я думаю, что вот все могут как раз-таки, знаете, на покой уйти. Спокойнейшим образом. Благодарю. Yokoso. Greetings and welcome to Konpeki Plaza. Пипец, посмотрите. We'd like to check in. Of course. Золотые. Just a moment, please. Интересно, заставляют вот эти все модификации сделать, чтобы они одинаково золотые были. Double room, two adults, one night, correct? That's the one. Correct. Perfect. I'll go ahead and notify Taki-san of your arrival. Shit, no good. Это человек, да. Это человек. That won't be necessary. We'll go freshen up first. Я так понимаю, что у них это условие, потому что видишь, та золотая, эта золотая. Taki-san is expecting you. No? Señorita, do you know how long we've been traveling? 18 hours from Barcelona. The delay on Medici because some cybercycle blew himself into bits inside the terminal. A nightmare. Of course, I understand. Да, 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 корпорация не заставляет. И вот как его, ну да. Либо все это снимать, знаете, либо вот таким образом куда-то. Honor's all yours, Hannah. Everything seems to be in order. Это стал разговор двух милитех челов, которые говорили, мол, их заставляют вставлять импланты или им пиздец. Ну да, но это ожидаемо. Корпораты же, это ж пиздец. Корпораты же совсем неадекватные. New Barcelona, really? It's called improvising. You should try it. What do you think, Hannah? Quaint, cozy. Not like the hotel we had in Zurich for that. При увольнении снимать импланты и чистить память. Но прикинь, тебя снимают импланты, тебе ж не вставляют твои старые, скорее всего. И ты типа остаешься ни с чем, наверное. Пук с Ренькой, иди сам имплантируйся дальше. Мне почему-то так кажется. Я не знаю, как оно по сюжету здесь. Как по лору, не по сюжету, а по лору. Но мне кажется, какая-то такая история будет. Добрых, давай. Хорошего, чтобы Кролл спокойно лекарство выпил, и тебе хорошей спокойной ночи. We don't do reservations weekday, so feel free to grab any available table. Or a couple of stools at the bar, if you prefer. Could bring Misty here one day, when we close this deal. Ты больше подпиздись. You will, I'm sure. Let's go check out our digs. Так, вот тут у нас гений. Embargo. How does the fucking concern? Подождите. Вот гений сидит. Да. ウレインダンスはダメだと思うんだよな。単純な表現しかできてないから。 笑いといえばコメディだし、 恐怖はホラーだし。 恋愛は ラブロマスじゃん。ジャンル映画の方がそれだけでしょ。感情表現ってそうじゃないんじゃないかな。だから今東京のチームと実験をしてるんだ。スマリティ штанишки какие-то。例えば嬉しいけど物悲しいとか。 Учтите, сколько корпоратов, только Мальстрём. Так, был, но они Мальстрём, так кто-то называется. Те челы, которые глаза сидят. Которые не могут случиться в реальности. Привет. Эй! Хай! Нандесу? Все, погнали. Асима его здесь зовут. Такие дела. Ну, короче, пипец. Но я понимаю, что если бы я жила в киберпан, ну, типа, если бы у нас были импланты, все эти, да, модификации, я бы... Ой, ребята! Ой! Ой! Я бы пипец просто. Ну, посмотрите, видите, они все золотые. Это, конечно, красиво выглядит, но насколько же это... Пипец.
А ты сама как думаешь? Я думаю, что не врал. По крайней мере, насчет Кантау. Зая, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Про заражение под Новоиркутском они врали. Про аварию на Бакунинской 3 врали. Они всегда врут. То есть он тоже? Охренеть. Он так натурально смеялся. А вот его мозговые волны вообще не смеялись. Интересно. Все неинтересно. Гиперсатанистка. Плюс вероятность получить киберпсихоз. Да ничего страшного. Киберпсихоз, и ладно. Pretty snazzy. И ладно, и подумаешь. This Joyce book. Didn't pick it for snazz. Offers quickest access to the dweller and servers. Si, si, me acuerdo. Ой, красиво. Посмотрите. Now you fire up the flathead and find the shaft entrance. Sounds simple enough. Simplicity sometimes toughest to master. Aurelius? Aristotle? Who's it this time? Yours truly. That one's mine. Where's the shaft? Boot up your scanner. Look around. Так. Точку входа. Got a winner. Good. Jackie, how's the flathead looking? All set. Киберпсихоз же только у тех, кто прям охуевает по имплантам. Ну, я думаю, что я бы немножко охуела по имплантам, если честно. Systems are operational. Charge it 100. Немножко. Я бы там, знаешь, не только руки-ноги себе поменяла. И глаза. Мерда. Little cock stock. Little cock stock. Just gonna stand there and look at it? Gonna have to switch to manual control. V, take the control shard from Jackie. Gonna link your Kiroshis to surveillance so you can guide the bot. Surveillance cover the whole hotel. Ну тебя бы Репердок сказал. Ну да, the bedrooms and the suites. Guests don't care. Ну это до тех пор, пока ты не принесешь ему до хера денег. Lucky for us, you're a no-go. Кто этих докторов слушает? Ну это другого доктора, который поставил. Why me? Why do I gotta slot it in? Unlike someone, I haven't run on my tab with Vic. Got last gen firmware. No ну flow. Ладно, go on, давайте. Just do it, chica. Ain't got all day. Here. Here goes. Гена, а, хуйна. Watching you through to in-cam view. Might get a little disoriented, but don't freak. Здорово. Okay, got a clear view. Здорово. You can't just go locking people out of their homes. Get them to the next vent. Places of work. Onosaka will cover the cost of any and all penalties assessed. This isn't about the money. It's election season. Заходишь до хуят, либо охуенный преступник, или все-таки корпорация. По фактам. Тут вообще не поспоришь. Денег надо много очень. Денег надо очень много. Я бы хотел, чтобы в реальности медицина была как в киберпанке, больше механика, не как сейчас. Ну, может, ты берешь себе, заменяешь штуку, и тебе ее просто типа, чинят. Реально механика просто, по сути, выходит. What makes you think it was for you? He addressed it to the kind housekeeper who finds it. What now? No one inside said, housekeeping's in my way. There was blood everywhere. Let's see what's on this subject. All right, on. Am I the only one that just gets puke and youth? Terrarium's got a control panel. Where's the damn justice? Somehow I doubt it. Got a smart room panel. Useful? No, not in the least. Who? Terrarium's got a temp and air quality controller. Не хочется рыбок убивать. Stick the flathead on it. He's staying in the penthouse. Бедные рыбки. Рыбкам жесть, ребята. Рыбкам пизда. Might wear expensive suits, but he's a biker at heart. Рыбкам пизда. I'd give him a ride and wipe him out. Honey, stick to wiping that glass, huh? You're leaving streaks everywhere. Cat, something's up with the tank. Hey, Bug, it worked. Ain't seen nothing yet. You got any idea how much those things cost? Keep moving. No time for backpatting. Бедные рыбы. Ну рыб-то за что? Тю. Рыб-то за что? Погнал.
Хорошо, что нам самим не дали вот это вот ходить, знаете, искать. А ты просто... Okay. Переключил. Опа. Looks like he's having trouble. Shit. Gotta be another way. Let me think. А вот есть. Got another cam other side of the door, but it's disabled. Want me to enable? Yeah. Look around for a CCTV port. Да не умер. Ты заходил, проверял, они живые? Чтобы переключиться между двумя доступными камерами, нажми 4 и 1. Dwellers inside. Just as planned. Still weird, the hotel's only got one runner. Decent dwellers as good as a dozen rank and file. Flathead ought to be able to neutralize him. Good thinking. Let me graft a demonoid onto your Прокачалась, поняли? You know you gotta jack the flathead directly into his chair, Прокачалась, right? Не зря, все не зря. Okay, sent. He's all yours. You'll have to get the flathead in there first, though. Shaft may link both rooms, looks like. Let's figure it out. Now toggle over to the other cam. Might have found our way in. Send the flathead over there, then toggle over to the second cam. Давай. Опа. Flathead into the chair, B. Jack in. Погнали. Блин, прикольный такой, пипец. Дрончик. Как он внезапно появился, видали? На нахер! Сел! Flathead stays, right? To keep an eye on the dweller, yeah. Чисто этот, лицехват. Мордожор. Así es como se hace. Зрение. Fine. Зрение в жопе. Bug, how you doing on time? А это дома? Жилые дома? Жесть какая. So, сел на лицо. Чья мечта? SDK, твоя? Я так понимаю. Но только не ты сесть, а... Хотя, может, и ты сесть. No king shaming. V, you take it easy, okay? Rest up a bit. Хорошо. Сесть. Рейнер, сядь. Несколько часов спустя. Вообще, на самом деле, я бы всю эту миссию делала на следующем стриме, если честно. Чтобы, знаете, просто она такая, она лютая, там очень много движника, а мне хочется кушать уже. Домой по бокам. Сука. Your pops can snap his fingers and turn half the fucking planet into a nuclear wasteland. Чисто сидели, знаешь, он стоял, я сидела несколько часов. What do you go do? Start a fucking gang. Steal dragons or some shit. You ghost from your fam, chip some real skin and play gang leader for a few years. For what? Ah, fuck him. Why do I need to care about some bougie prick and his street kid fantasies? Must have been a who, huh? I'm Yorinobu Arasaka. Would you folks like to join my gang? Poser with court protection. And that name, too. Steel fucking dragons? Oh, man. A wannabe gang goon's wet dream. Got bored of being rich, then got bored of playing tough. Fucking tourist. В этом случае я хотела бы быть снизу. Tourist or not? He just walked into the lobby. Уважаемый настоящий мужчина. Желание настоящего мужчины. Perfecto. Perfecto. Let's start the show. Так, let's start the show. И шоу мы будем стартовать на следующем стриме, потому что там прям овер дохуя и очень интенсивно. А я уже устаю. Там овер дохера и очень интенсивно. Поэтому. Сейчас, подождите, что-нибудь. Вот это хочу. Вот. В игру меньше, чем... Прикинь. Ну и плюс я куплю DLC-шку на следующий раз. И мы это...
Ну, вы поняли, что мы, да? Мы его поставим, я включу дропсы, и прям будет хорошошечно. Будет хорошошечно. Вот, такие дела. Такие дела-делишки. To be dramatic. Такие дела-делишки. Как, чё, как вам? Как вам? Хотя что буду спрашивать? Вы-то киберпанк знаете, что вы мне скажете? Что вам не нравится? Конечно, вам нравится киберпанк, тю. I have all your attention, favorite obsession. Так, я сейчас иду, сижу, смотрю, кому мы пойдем с вами. DLC на первый мейн... нет, там история идет параллельно с историей основной игры. Там можно пойти либо после, либо... Ну, короче, оно ну, не вот это вот. Дропс включится, если категорию менять, а у нас не DLC. Что имеется в виду под «если категорию менять»? Но мы можем включить категорию. Вдруг мы пойдем в DLC, вдруг мы заедем просто в тот район. Вдруг мы пойдем в этот самый. Очень... Блин, на 4090 пипец красиво. Она очень хорошо выглядит. Очень хорошо выглядит. Супер. Я вот прям радуюсь. Мне нравится. Вот в этот раз мне нравится. В этот раз я понимаю, что я пройду. У стримеров просто категория киберпанк сейчас. И дропсы все равно есть, да? Слушай, интересно. Надо будет... Я тогда посмотрю. Я тогда посмотрю, обсмотрю, потому что мне супер прям любопытно. Как так? Вот. Параллельно с этим я вам все еще напоминаю о том, что у нас есть телега, в которой происходят всякие интересные вещи. У нас есть заказ фильмов за баллы канала теперь. И я теперь работаю на Skull and Bones. Все. Весь список новостей закончен. Весь список новостей закончен. Мы с вами пойдем рейдом к Пантериус. Посмотрим на то, как она работает. Вот. Работает, лепит. Поэтому. У всех есть, нет избранных каналов. В остальных все. Ну, короче, я подключу дропсы на следующий раз. Кстати, смотрите, новую штучку поставила. Там написано, люди в космос летают, а вы какую-то херню сделать не можете. Фигню. А вы какую-то фигню сделать не можете. Такие дела. Вот. Вот. Что еще хотела сказать? И в Дискорд приходите. Приходите туда, приходите сюда, везде буду рада вас видеть. Спасибо вам большое за стрим, спасибо большое, что вы были со мной. Всем, кто пришел в начале, пришел в конце, был все это время или был не все это время, а лишь часть. Спасибо вам огромное. В следующий раз мы с вами встречаемся завтра. Завтра. Вот. Встречаемся завтра. И пойдем поиграем что-то другое. Мы будем чередовать, чтобы не скучать, не заскучивать. Вот. Поэтому, как бы, вам хорошего вечера, приятного, чудесного контента, какой бы вы контент ни потребляли. Я пошла отдыхать, вы тоже отдыхайте. Мы с вами увидимся завтра, часов тоже в 6, потому что мне уже микрофон настраивать не придется. Секира, скорее всего, будет, да. Скорее всего, секира, либо игра, которую мне дали ключом, и которую мне надо посмотреть. Которую мне посмотреть надо уже наконец, чтобы мне ее либо не забрали, либо я не проебала. Вот, все. Обняла, приподняла, сделала. Хорошего вечера вам. Пока-пока.